Ты помнишь вообще, мало чем ли там всем закончилось? Нет. Нет? Ну, мы то, что... Мы по улице и услышали щелчок арбалета. Ну да. А да, откуда мы шли? Вы шли из поместья этого Михаила. Ну да. После того, как... был арбалет. Ой, пистолет. Нам заплатили за то, что мы девку... Да. Ну да. Так, давайте вспомним, где кто вообще находится. Они вдвоем шли вместе, так, то есть Атракс вместе с Эдзерком, по-моему, шли вместе, да? Да. Рос где находился в этот момент? Ну, Рос там продолжает изучать с новым другом магию. Точнее, ритуал готовить. Точно, он же нового друга встретил. А я пошел просто в аптеку себе. Все. Вот после, бляха-муха, где все заметки-то? Я не найду их. Теперь нужно заново писать имена. А у тебя же там все записано внизу справа-слева. Записано справа-слева? Это вот и про имена НПЦ. Что... Да. Типа, как зовут охотника там и так далее. Я из этих помню только Михаила и своего учителя. Я не помню даже, кто был учителя. Но учителя я помню, потому что я ему имя дал. Саймон Пеннингтон. Ну, охотника Герхард Шольц зовут. Мы успешно выгулили девочку. Да. Вот. Успешно чуть друг друга не перерезали глотки. Этот наш замечательный и несравненный Эдзард покорил ее сердце, и не только сердце. Угу. Вот. Мы, собственно, походили, получили награду. Да, за это все. По следу пришлось расплачиваться. Точнее, сейчас придется расплачиваться. Сейчас придется платить по счетам, блять. Да? Кстати, вопрос. Ну. Мне-то плата пришла. А за что тебе должна была прийти плата? Ты знаешь, за что? Ты думаешь, я помню? Я всю предыдущую сессию этим занимался. Сдавал нас? Ну, как бы да. Ну, надо поднять логи и посмотреть, что там было. Ладно. Ладно, я, типа, если вы готовы отыгрывать, то я могу заспойлерить. Потому что, в принципе, Кириллу и Вальке я заспойлерил это, но я не помню. Я уже забыл. В общем, я всю предыдущую сессию за вами следил. И мальчика того, который там вы это отбили от бандитов, это я подослал, чтобы вы увидели, что за вами слежка шла. И всю дорогу я за вами следил. Вот, по просьбе Герхарда Шольца. И как раз от него я вроде должен был бы что-нибудь получить. Но если я получу... предатель. У меня интеллект 26, чего ты хочешь? Outrageous. Еретич. А что у меня черный экран? Ну, видим, потому что да, вы не видите, ладно. Смысл тут делать этот, как его, Vision? Потому что улица такая освещенная. Карта красивая. О, вот так да. Да, карта красивая. Кирилл, можно даже сказать, что она довольно-таки знакомая. Да. Кирилл, тебя уже убивали на... вижу ее. Тебя уже убивали на этой карте? На этой вроде нет. Два раза сражались, два раза выжили. Но на этой карте мне ломали руку. Она мне не нравится. Ага, и на этой карте еще валялся магистр. На земле. Магистр, он не валялся, его валяли. Ладно. А, слушай, на этой карте еще... на этой... Мы дрались с этими. Мы с этим. Ну да, вы с этими. На этой же карте? С бедзунцами. Нет, вы дрались на карте с этими. Серьезно? Есть. Очень похож. Вы здесь дрались, блин. Улица просто похожа. Так, ладно. Вечер опустился на Грюнбург, точнее даже почти что уже ночь, так как небо потемнело и вскоре взойдет серпик луны. И когда вы направлялись уже обратно, уставшие после дневной прогулки, позади, как я сказал, то, что услышали щелчок. Вы не прокинули тогда тесты скрытой авернеса, что позволило, в общем-то, противнику сделать по вам сюрприз-выстрел. И этот сёб, твою мать... Я мог уходить? Ну, 17 урона!
В руку, если хочешь, ты можешь заиспользовать fate point, чтобы тебе это не прилетело. А, ну стоп, это тут, да, точно. Тебе тут арбалетик. Ну... Где, у него 8 SL? А, близкая дистанция. Близкая дистанция плюс surprise. Ну, это плюс 30, 50. У него 70 навык? Нет, у него уже был плюс 50. Так. За что? Значит... Модификаторы. Близкая дистанция, сюрприз, 50. Значит, так. Так, близко это 20. Ну, ладно. 20. 20 еще плюс 30. А сколько у меня хитов? Тебе хватит. Не, ну правда. У тебя 12, ты можешь на себя навестись. У меня 12 хитов. Эта штука повесит меня сразу. Руку повесит. Что ты выбрал? Либо правую руку. Да. Либо получать, ну, это, либо да, жечь фейт. Давай мы пожгем. Окей. Ты ужжешь. Последний раз гуляем. Да. И все. И арбалетный болт уходит, пролетает мимо Атракса и с щелчком ударяется по мостовой. И в этот момент... Ну да. Начинается бой. Причем еще никаких криков вы не слышите. Вы просто-напросто слышите, как кто-то просто-напросто бежит за вами. Точнее, ну, приближающие шаги. Надо развернуться. Ну, погоди, не твой ход пока что. Так. Это насколько? Это у нас 18. Окей. Это полный мув, и противник... Когда, в общем-то, Атракс с ним разворачивается, он видит, как к нему бежит какой-то мужик, у которого в руках... Что у него тут? У него в руках кинжал. Другой стоит позади него, и, точнее, даже два других. У этого в руках армейский мейс, у этого в руках арбалет. Куиню. И, собственно, он видит, как арбалетчик спешно пытается перезарядить оружие. Угу. Мой ход, да? Нет, сейчас пока что стрелок ходит. А, блин, я не ставил сюда этих, черт. На. Короче, арбалетчик быстро перезаряжает оружие и явно готов стрелять дальше. Теперь твой ход. Ну, я развернусь здесь еще. Ну, ты... Тут у нас и так 360 градусов зрения, не волнуйся. Да, я атакую. Альт, зажимай тогда. Два раза на себя в чарнике через вкладочку комбат. Из химитара. Либо через худ, который справа сверху в вепонах. Ого, это десяточка. Но противник попытается легко. Так, знаешь, ловко уклониться твоей атаки. И у него нихера не получится. И ты его неплохо так резанешь по грудине. Так, и у нас... Жалко, это было не копье. Стоп, серьезно? Здесь и это не работает вещь. Че? Он должен был автоматом тебе добавить адвантаджи. Да, слушай, он не работает так. Вот что значит то, что я это не трогал и не настраивал. В принципе, Вай, вы можете пока делать ставки. Ведь вы и есть те люди в капюшоне. Я почти уверен, что двое победят троих. Мы же превосходные воины. Именно так. Очень странно. Я тебе... Серьезно? Макросы нет. Блять. Охуенно. Они, конечно, не огненные маги, но тоже могут раздать. Плюс. Не только лишь все могут дойти к нам и попытаться нас. Все. Я тебе дал один дотедж, у тебя он есть. И резанув по здоровяка, ты слышишь ветер, его скрип боли. Что? Ну? Он от боли ревет? Ну, он скрипит от боли, да. Но ты его почти убил. Yes. А другой делает чардж на Эдзарда.
занося над собой булаву. Нет. 46. Эдик, не. 9 дамага. Минус там доспехи. Давай защищайся. А как? Ну, на... стоп, это не считай, что я сюрприз? Это не сюрприз, нет, сюрприз был выстрел, нет. Да. Что за сюрприз? Окей, я фейт понял. Пожег. Тогда не так все плохо. Скинет тарчик. И Эдзард, да, легко отбивает его атаку. И ходит Эдзард. Я получил свой адвантаж. Нет, ты не получил, да, потому что он тут не учитывает почему-то. Оно потеряло. Так, выйти из боя, это... Это либо действие додж, либо получить атаку по себе. А ты в любом случае ты не добегаешь, там 18 ярдов. А за этот, за адвантаж я не могу? Сколько адвантажа стоит? 2. У нас индивидуальный адвантаж. Да. Погиб, хорошо, тогда... Погни в сторону и добей чувака. А по-моему нельзя шагать. Ну, тут, не, же... тут нет степов. Ты же не выходишь из боя, ты рядом с ним будешь. Ну да. Ну как это кажется? Но если ты рядом с ним будешь находиться, скажем так, атаковать его, а не убегать куда-либо, это не будет считаться, ну, встречной атакой. Если он решит добить вот этого подранка. Ну, да. Нет, арбалетчик выстрелит в меня еще раз. Нет, я скажу то, что тогда как бы этот сможет, он увидит момент, что можно Эдзарда атаковать. Ну, то есть понял, значит, не будет. Понял, все. Ну, то есть двигаться можно, но атаковать... Нет, положить можно, а атаковать, да, других нельзя. Да. С другой стороны, если вот двое рядом со мной стоят и оба бьют, от того, что я бью одному, ой, я ж не провоцирую атаку другого. Ну, это нет, да, но ты там и не сдвигаешься, по сути дела. И это еще один адвантаж тебе. И еще ударить его. Погоди, у тебя же... А, да. Резня. Резня. Массакр. Так, ладно. Он попробует все-таки защититься. А, нет. И ты его добиваешь, по сути дела, наверное, даже отрубай ему руку. Я хотел уточнить, ну да, этот, который при добивании, так, и атака, это только на противника шагать, да? Deathblow, если ты убиваешь его в один удар вообще, там написано было. Ну, вот, одним ударом вторым убил. Не, а вот именно что вторым. Хорошо. Одним вторым ударом. Так, и у меня осталось еще движение. Ну да. Так, а где кровь разлетающаяся в 1-10? Есть тут где-нибудь, так, 8 ядов, вот где-нибудь в этой местности, чтобы спрятаться от арбалета? Ну, примерно где-то вот здесь какие-то ящики, здесь вообще стол. Так, а ближе в эту сторону? Кровь, ну, на 2 ярда. Нет, тут ничего. По-пластунски, по-пластунски. Во-первых, это уже 6 получается. Ну, вот тут вот 8. О, 8, да. А это 10, да. Ну, тут у тебя... Тут 2, ничего. Стой, у тебя передвижение... А, 8 ручек, да. Кстати, да, здесь тут... ничего нету. Тут когда лежишь, ладно, то у тебя защита лучше отсылку? По-моему, а я, кстати, не помню. Знаешь, это не такая система, где в тебя часто чем-то стреляет, когда ты лежишь. В общем, волки прирекают, атакуют вместе со мной, кричит Эдзард и бежит на арбалетчика. Угу. Ой, это были вестники. И в этот момент вы слышите позади себя, отсюда какой-то, ну, быстрые шаги, и чей-то голос кричит: «Да что вы с ними заткнитесь, да просто-напросто убейте их!» И вдруг слышите громкий, басистый голос. «Они убили моего брата!» Чёрт, да они все тут, что ли, по крови связаны? Ну ты посмотри, да, на лица. На лица посмотри. И, в общем-то... Биг, это логов.
И вы видите, ну да, собственно, может быть, если оглянетесь или же еще как-то, вы увидите, что по улице идет несколько человек, один из них как бы тоже как похожий на того, кто атакует вас. А кто-то более, скажем так, одет, ну, приодетый явно главарь. И за него шагает здоровенная фигура огра. Ставки можно поменять? Ну, зато Андрюхе есть возможность. Огра. Окей, кидайте мне кул-тест. Огр все-таки я больше его вас... Я не вижу. У тебя, взгляд, у тебя взгляд на 360. Ну ладно. Не-не-не. Ладно. Ладно-ладно. Хорошо, у меня кул вроде хороший. Блин, немного не хватает. Расстояние не считается, главное видеть цель. Главное видеть цель, да. Да? Андрюх, кидай кул-тест. Либо пугайся огра. Ладно, ничего страшного. Надо же, даже Андрюха не боится его. А, стоп, он провалил, да. Это маргинальный фейл. За фортуну можешь добавить один SL. Так и сделаем. Правую кнопку мыши на чатике. И у тебя осталось 2 fortune поинта. Огр не страшный. Нет, поздно, наверное. Ладно. Пока не подойдет вплотную. И человек, который, собственно, это крикнул, он пройдет сюда. И крикнет. Что вы с ними цаскаетесь? И укажет на вас оружие, да. Но это, видимо, у них ничем... Ему не... Ну, вообще ничего не даст. Так, кто ходит? Сейчас, давай, включу моду, чтобы мы увидели, кто ходит. Это да. Это неудобно, что... Немножко изменилось. Не, но в принципе сейчас ходит Андрюхус? Нет. Нет, сейчас Андрюхиус. Неизвестный головорез, потом здоровяк, потом стрелок. Ну, Андрюхиус. У меня все сломалось. Потому что я загружаю модули, да, это нормально. Тоже. Так там же вот есть вкладочка была с этими, с порядком. Во. Теперь хотя бы это нормально видно. Так, мне надо перезагрузить. Да. Так, этот у нас устремляется к вам. Атрак слышит позади себя топот ног. Явно не маленьких. Здоровяк же, шипя сквозь зубы, попробует атаковать Эдзарда. Придерживая раненую, ну, прижимая к себе раненую руку. У него страха нет? Атракс. Ну, Атракса, да. Да, Атракс. Защищайся. Страха нет в его глазах. Зайти пока не могу. Да, я тоже почему-то. Куда? Я зашел. Веди без это, без гейм в эту. В адрес так. Я не могу зайти как Андрюхиус, но могу зайти как Вася и камерамен. Так, я уже зашел. Как Андрюхиус я зайти не могу. Со мной не загружается. Ну просто закрой эту какую вкладку и опять зайди и все. Выйди и зайди еще раз. Да. Пробовали выйти и выключить. Техническая поддержка. Не надо. Не, со мной не заходит. Выйди и зайди нормально. Да в смысле вас не заходит? Прямом. А у меня все зашло. Выкинь нас из игры. Валька тоже зашел. В смысле, как я вас выкину из игры? А, там не значит, что мы... Если я тебя выкину из игры, я тебя таки забаню просто-напросто. У меня просто висит этот самый экран. И ты не можешь выбрать Эдзарда? Нет, у меня висит Атракция. Экран за этот самый полоску. А, ну подожди, он уже грузит. Ну давай подождем. У меня просто как бы это. Ну, у меня даже видно то, что Атракс зашел, да. Все, я зашел. А как открыть, чтобы было видно, кто ходит? Это вот эта вещь. Правую кнопку мыши на нее нажми. Все, хорошо. Так, я защищаюсь. Да. Для этого мне нужно выбрать комбат и скимитар. Нажать на оружие, на самом деле. Ну, лишь ты можешь уклониться. И это хреново. Если хочешь, можешь зареролить. Потому что ты не защитился. А я что-то не могу перебросить. А, ты нажимай на верхнюю, где твой бросок был. 21, да, и да, ты защищаешься. Ну что ж. И вы слышите крик «Мой брат!»
и тяжелые шаги. Был бы не рад. Хоум брат умер, блядь. Не помню я, чтобы я брат. Его брат, по-моему, не родился размером. А он не на тебя бежит. Огр идет к вам, сжимая яростно в руке дубину здоровенную. И тот головорез, который успел перезарядиться, он скидывает арбалет и тут же стреляет в Эдварда. Жалко, конечно, этого дубина. Понял. 53. Это попадание. Будешь что-либо делать? Живем. Не. Хрен. И это было довольно-таки больно. А, ну да. И потом... Знаешь, потом он просто немножко такой отбегать назад. Чертяга. Да. Атракс. Я атакую гоблина со связкой человеческих ушей на шее. И как? Я кинул кубик. А, он не уклонился. И да, ты его добиваешь. У тебя 3 адвантажа. Если ну, что, адвантажи на персонаже это отображается нормально. Беги на арбалетчика. Зачем? Перегруппируемся. Да. И а валим. Сколько можно пробежать? Но если потратишь 2 адвантажа, то сможешь пробежать на полную, на 16. Нет уж, арбалетчик у меня еще раз выстрелил. Я подвинусь вот сюда, к Огру. Тут 10. Тебе надо где-то здесь быть. И ударю. Это даже и... чардж будет. Ну, я чардж на Огру. Чардж на Огру и ударю. Ну окей, но тебе не, за это не дам адвантаж, потому что это действие за 2. А, хотя это действие за эти... Окей, ну, я согласен, да. За адвантаж, да. И это даже крит. И Огр с криками попробует отмахнуться от тебя своей дубиной. И явно у него это не получится. То есть Кимитар взрезает его жирную тушу. Ох, это больно. И явно что-то ему там плохо, ты видишь, как он начинает сильно кровоточить. Ну, я адвантаж еще один потрачу, чтобы... Во-первых, я ему 5 адвантажей повесил, хэд. 5 этих блидингов за слэш с кимитаром. Кстати, да. И я трачу еще свой один адвантаж для того, чтобы сделать ему 6 кровотечение. Окей, ты ему делаешь 6 кровотечения. Мне надо... Она стакается, да? Мне надо почитать это, да. Список адвантажей, что за адвантаж можно делать. У него это именно оружие. Такая особенность. Это из Апандарама пришло. Ну, то есть, вон. Чё? Вижу. Я пожму пей, да? Нет! Зачем тебе покупать свой же скимитар? Ой, ведь моя... Эзерт! Атракс, я разберусь с этим. Нецензурная брань. И помогу тебе. Да, Нартрак, знаешь, так это самое, вставая в защитную стойку против Огра, я, говорит, разберусь с остальными тремя. Занимайся, Огр. Арбалетчик. Огр, сколько плюс 4, еще 2. Занят. Я могу чардж на этом выполнить? Нет. Это спринт, он тебя занимает оба действия. Я заметил, что Огр едва ранен, да. Если он от меня будет отступать... Ты с ним пока что не в бою. Вон, я его догоню, наверное. Ну да, я понял. Так. А что делает этот статус кровотечения? Он теряет 6 вундов в конце своего хода. Каждый ход. Ну да. Пока ему хирургический, типа его не засерт. Ну да. Да, пока его не попытают. Ладно. Человек, выругавшись... Там столб, да. Ну да. Подойдет. Да, пробежит сюда. Ой, да, и труп зашевелится. Это он, этот сделает чардж. А, стоп, он не делает чардж, потому что надо было... Стой.
Потому что 4, да, 4 ярда надо было, чтобы было между вами. Там есть 4 ярда. Далее сбоку выбегает еще один здоровяк. У него в руках дубинка. В любом случае. Там в любом случае, да, вот так. Он 6 ярдов. Угу. И он чаржит Атракса. И у нас Атракс в окружении, поэтому он получает... Почему? Ну, ты дерешься с Огром, и этот чуть тебя бьет. Хорошо. У меня разве нет этого таланта, который против этого? Нету. Страха нет, реально. Огр. Нормально, сейчас располосуем. Ага. Возвращайтесь туда. Знаешь, в эльфомаге там было еще веселее. Там они... Гончие. Да, стояли... Да, гончие не боялись хаоса. Контратака это тут или в другом люби? А у меня нет. Ну, тут нету, да. И в другом. А где это было? И огр с ревом замахнется своей дубинкой и опустит ее на Эдзарда. О, господи, на Атракса. Может быть, у него руки настолько длинные. Тут лучше уворачивайся. Ох, ни хрена себе. Почему? Потому что чем больше противник, тем хреновее его... У тебя будет минус 2 SL на защиту оружия. У меня додж, скажем так, не такой высокий, как мили. Ну, минус... Если он сильный, недостаточно высокий, чем мили, тогда да, лучше за оружием защищаться. Короче, разница в 20 есть? Ну, у меня мили 56, а додж 41. Тогда лучше додж. У тебя мили как будто будет 36 против атаки огра. Ой-ой. Нет? И брось лучше. Тебя просто расключат. Или на типа не перебрось, а что не сделать там? Ну, лучше, наверное, резилиенс потратить. О, нет, смотри-ка. И этот фортуну на плюс 1 SL. У него закончились фортуны. Кончился фортуны? Да. Но я же выиграл, подожди. Почему? Да. Почему он выиграл? Плюс 4, у него плюс 4. Скорее всего, из-за того, что у него выше навык, чем у тебя. У него выше навык? Подожди, а как у него... закончилась фортуна. Мы только бой начали. Ну да, но на одну шок у него было 4, стало 3. И он 3 раза уже заюзал фортуну. Андрюх, ты можешь использовать этот Dark Whisper, Dark Deal, если хочешь. Давай. Нет, он не поможет, он не поможет. У тебя и так максимально хороший бросок. На плюс 1 SL. Только... Это его нельзя сделать так. Это только рерол. Так, а в смысле, а рерол что, мы рерол на единичку? Да, но я не могу переролить, я же... Ну да. И пытаясь уйти от удара, Атракс видит, как... Точнее, он даже, знаешь, он чувствует вот это вот, как в него влетает дубина. Можно использовать хэкпоинт, чтобы... Ну, можно. Можно использовать хэкпоинт, чтобы убрать, ну, отменить атаку. Почему же отменить-то? Можно его бросок сделать просто. Нет, за фейт бросок его нельзя менять. За фейт можно либо игнорировать атаку полностью. Ты в принципе не можешь чужой бросок менять. Только свои можешь менять. Либо упасть как будто мертвый, но потом выжить. Ну потому что тебя еще, может, попинают. Ну, вряд ли. За что? Просто за то, что брат убил? Дай пожжем фейт. На что? На игнор атаки. Окей. Минус один фейт. Ты решил просто убить персонажа Андрея, да? Чтобы проблем не было. В смысле нет, просто мы играем в нормальный ФБ. А он растечет крови. Да. А, то есть ты решил убить всех наших персонажей, чтобы проблем не было. Ну, ты знаешь, есть такая вещь последствия. Они замутили вот это вот все в прошлой сессии, теперь они все это разгребают. Что мы замутили? Замутили, в принципе. Вспоминайте, это было 4 месяца назад. Походили. А, ладно, позапрошлый, прошу прощения. А, этого, господи, мы же... А, ну, главаря там убили, ну и... Блять, ну как будто нас кто-то там видел. Мы убили всех, кто нас видел. Кстати, да. Или нет. Или нет. Ладно. По-моему, да. А ты знал, что Росса надо убить. Арбалетчик выкидывает свой арбалет. Быстро выхватывает кинжал. И с какими-то странными криками, больше похожими на девчачьи, бросается на Эзарда. Ну, а на это аниме. Симпай.
Угу. И слышит скрежет стали, и Эдзард выигрывает. Атракс. Похоже, что время умирать молодым. Сколько у меня фейтов? У тебя еще два фейта осталось. Ты можешь отступить. Если ты будешь отступать, то... Ты понимаешь, получишь для встречных атаки. Нет, там же можно выйти из боя, как здесь. А, стоп, да, у тебя же адвантажи 2 есть, да. То есть Огр будет терять, хотя он быстрый, сука. Я тоже. Я трачу 2-10, 2 адвантажа, чтобы выйти. Ну окей, ты можешь выйти из боя. И бегу! Тебе даже не обязательно так отступать, ты в любом случае не спроцировал бы из этой клетки атаку. Сколько я могу пробежать? Ну, 18? Нет. Может, 18 пробежать? 16, да, сорян. И при этом ты можешь использовать спринт, он работает так. Ты кидаешь теперь атлетику и пробегаешь, да, еще столько же плюс 4. То есть ты можешь пробежать еще 20 ярдов. А, еще 20? Да. Настолько прям. Но там, ну, как бы, то есть ты пробегаешь полностью, если используешь... А я зачаржить могу? Нет. Все, окей, я... Мы нас теперь двое прорезал. Такой, штук! Рванул. Огр придал ускорение. Да, удар побит. Огр придал ускорение, блядь. Так, ты вроде говорил, что ходить вокруг врага можно, да? Ну, да. Ну, значит, Эдзард... Ну, не прям наворачивать вокруг нее круги. Как это? Ухмыляясь тому, как он своим кинжальчиком попытался защититься, одной рукой достает, выпивает свой хилинг-дрот. У тебя хилинг-дрот есть? Конечно. Как его использовать? Ну, нажимаешь инвоук. На него, да, инвоук. Он мгновенным вроде действия. А да? Трак смотрит на это жадными глазами. Ну, ты двигается. Ты получаешь 3 этих. Катер с фуловой. И атакует противника. Но нет, все-таки применение потил на это действие. Подожди, там immediately было написано. Ну, immediately то, что оно действует. А. Просто как бы... Тогда бы я не стал применять, ладно. Ну, выбирай, ты можешь вернуться назад. Я не буду, я тогда сейчас конти плюс 1, и вундов у меня 2 было, правильно? Ну, просто Ctrl-Z нажми и все. А, и что ты все равно перемещаешься сюда? Я все равно перемещаюсь. А, окей. И бью. Переброшу за удачу. Ну, тоже подойдет. И противник попробует поднырнуть под твою атаку. Да. Ему это удается. Не такой уж крутой боец, видимо, этот Эдзард. Да нет. Куда вы... Что вы делаете? Держите их! Кричит богато одетый бандит и бросается за вами. Минус 3, это у нас 15-13 ярдов. 13. Ну, это да. 18. Так, это у нас самое тоже. Интересно, что Атракс даже не ранен. Ну, естественно, человек пожег 2 файтпоинта. Почему же он не ранен? Чё так сбежал? Потому что их трое, и один из них Огр. Так ты сам подошел и атаковал Огра. Братец! Кричит Огр и тоже бежит. Тяжело переваривать. По-братцу пробежал. А у него кровотечение автоматом появляется? Да, автоматом. Ну а чё, уф, это все, что 18. Ну он добежит до нас. Он добежит, да. Еще несколько так же раундов, и он помрет. Спортсмены. Десятков раунд. Да, он тебе десятков. Ну что ж, парень попробует достать Эдзарда кинжалом. Импрессив. Вернувшись от предыдущего атаки. Нет, нанесет 8 урона.
8 это 4. Нет, я, наверное, переброшу. Так. А почему я не могу Fortune Point для рерола использовать? Типа уже атака развернула? Нет. На то сообщение нажимаешь. На предыдущий, где у тебя именно был бросок, а не результат. Ну да, я на бросок нажимаю. У меня есть Fortune, чтобы добавить 1 SL, и Dark Deal, чтобы рерол. Ха, это интересно. Окей, давай за тебя реролим тогда. Нет, я бы выкинул лучше. Но ты можешь взять Dark Deal? Чем черт не шутит, давай. Ты же вся хотел щупальца вместо твоих усиков. Да, не, я с тех пор как поиграл этим. Да я, конечно, возьму Dark Deal сейчас. Ну, бери. Это у щупальца. Понятно. Угу. Лучше ты не перебросишь. И хряп. Эзарду, это у нас, кстати, куда попало? Это у нас в голову. И Эзард последним, что видит, погоди, это... правая рука, нет? А, стоп, да, это ты же защищался. Значит, стой. Это боди, блин, не хрен тут этих. Да, правая рука. Ладно, он видит, как его неловкая защита... Или же даже немножко выглядит и так, потому что все-таки ты откал противника, после этого он извернулся и в этот момент ткнул тебе в плечо. И он тебе... Подмышку. Он, ну, не в подмышку, он попал ему по бицепсу. Ну, он подмышку ткнул и подрезал нижний бицепс. Да. Подожди, подожди. Правую и руку, ты застанен, да. Может, я все-таки фейт потрачу? Может, потрачу фейт. Пожги броню, броню пожги. А, точно. Он броня. Не может, я он не может сжечь на этот крит. Почему? Потому что это минус вунды уже. Он yeah. может сжечь крит только на этих, на 11. А, я понял. Это не дубль. Хорошо, фейт сожгу. Окей. Минус фейт. Возвращаем тебе 2. 2 вунда. Мы убираем, это мы убираем. Это мы убираем, это мы убираем. Эзерт внезапно резко становится уставшим и опять бодрым. Жизнь принеслась перед глазами. Хватай арбалет, да? И валим. То есть буквально перед твоими глазами принеслось то, что ты сейчас мог схлопотать очень больно. Атракс. От какого-то кинжала? Так, ладно, я кинжала. Отхожу. Отхожу вот сюда. Угу. Но я не получаю атаку, потому что с этим чуваком я не... Ну да, не в бою. Я-то тоже с тобой не в бою. Вот, я... Плюс 10. Вот, например, даю дёру, да? У него и так пистолет есть. Это, кстати, хорошая тема. У тебя пистолет не заряженный. Да, он не заряжен. Заряжать ты его не умеешь. Что? Я отойду сюда. Ёбну господину с кимитаром. Ты хочешь бить Эдзарда? Нет. Он до него не достоит. Ты добавил плюс 10 за окружение? Нет, не добавил. Перебросите меня? Нет, я добавил просто сам. Ну, противник с криком попытается уйти от атаки, но ты все-таки его задеваешь. И получаешь 1-2 тоже. Так, он его теряет. Эдзард. Значит, подожди секунду, мне же еще ходы. Почему? Нет, ты подвинулся и все, ты двигаться больше не можешь. Да? Да. Ты мог сначала открывать, потом подвигаться. А, ну кстати, да. Кстати, я имею в виду, в этот Imperium Maledictum это немножко изменили, там краски все это можно делать. Можно я ее ебну потом? Ну, я уже не... Ну, у тебя да, у тебя нет одного. Тогда он будет атаковать по возможности. Все, окей. Окей. Ладно, я вижу, что Атракс не собирается отступать. И что, я трус какой-то? Нет, Атракс собирается отступать, он как бы хотел тебя вытащить. Это булавочные уколы. Да. Вот, а я Атракса собираюсь вытащить. Вытащить с этой херни, понятно. Нет, я не собираюсь Атракса вытащить. Так ты Атракса откуда не вытащишь, блядь? Рерол? Или же тебе еще нужно будут файтпоинты? Это я для тебя. Нет. Эзарту не нравится, как жизнь перед его глазами пронеслась, и он хочет убежать. Но встречная атака. Угу. А встречная атака только доджем можно, да?
Не, смотри, то, что... Своим оружием нельзя. Ну да. Если ты хочешь сейчас выйти из битвы, то есть не получив встречу, так, ты кидаешь додж против всех, кто здесь есть. То есть именно ты его должен будешь зацелить, это именно противостоящий тест. Против его мили. Если не прокидываешь, то ты не можешь выйти таким образом с ним. Взорвать дистанцию. Хорошо. Додж. Какой же маленький. И у меня додж. Ну, слушай, 21. Неплохой у меня додж. Ну да. Так это что да. Был. Так что да, ты можешь выйти из сражения с ним. Эдзард как бы благодарно кивает Атроксу. И как только отворачивается, в его глазах пробегает: ну нахрен, я валю отсюда. Хорошо, что я тогда не сразился с тем Минотавром. Знаешь, знаешь, он кивает Атроксу, и вот момент на Атроксу падает дубинка, хлоп. Быщ. Окей, ты у нас убегаешь. Ух ты, что столь трусливый, что мразь, а. Ну что ж, богато одетый бандит кричит то, что ты, указывая на здоровяка, догнать его. Убейте ублюдка со скимитаром. При этом он такой огр, но их же двое. Того ближайшего, дебил! Указываю уже на Атроксы. Так. Ну, почажет. Да. И почажет. Почему не почажет? Он почажет, там 4 ярда. А, почажет. Да, 4 ярда. И приближаясь к Атроксу и нанося удар, он, знаешь, сквозь зубы шипит. Это за хорька! Но Атрокс отбивает его атаку. Это какого хорька, блять? Я не трогаю домашних животных! Так. Этот нас бросается-то в погоню. Кирюх, кинь мне атлетику свою. Сейчас даже сделаем противостоящий тест атлетики. У него ноль. Да, ты бежишь очень даже впереди него. Ну, Огр сделает... Сейчас мне пизда придет. Сюда, да. И со словами: ты убил моего маленького брата! Опустит на Эдзарда дубину. 66. Фамбл. Ну это фамбл, да, но все равно считается атакой. А че фамбли? Ну, сейчас Эдзард нас защитится. О, господи. Да почему все Эдзард? Атакс! Атакс защитится. Ты же играешь в League of Legends. Ты должен знать Атакс. Ну, я знаю Атакса. Атрокс. Атрокс. Почти точно. Знаешь, это Атрокс, а это Нуну. Ульрик, помоги. Только маленького брата его убили. Давай, Dark Deal. Ну, принимай. Не, по правилам Dark Deal вы в любом случае можете убрать. Я не могу вас остановить от этого. А Dark Deal это тебе просто Corruption брать? Corruption и Reroll. А то, что ты Whisper сделал, это другое? Да, Whisper это другое. Whisper это убирать Corruption. Ага. А, точно. Че у него там на фамбле ходи? А, точно, фамбл. Ну ты думаешь, он сам убьется? Да. Но все еще одну вунду получает. Кстати, а там, когда этот... Он бэдли инжурд, блять! Чё ты говорил, Кирюх? Когда он лучник-кинжальщик дрался, он тоже выкинул фамбл. Мы прокидывали его, да? Нет. Там именно было такое то, что как... когда ты уходишь от... Ну, делаешь доджем, чтобы дизенгейджнуть, это не считается атакой по тебе. Он просто тебе пытается запретить это сделать. Погоди. Огр сейчас получил одну вунду? Да. Он у меня стукнул и получил вунду. Это у нас фамбл прям жесткий. Сейчас. Может, перекинешь фамбл. Даже мизинчиком больнее ударится, мне кажется. Вот этот огр, он попадает. Мой огр, ни хрена. Я хочу сказать, что этот огр, он пиздецкий, блять. Но тебе повезло, что он не кусается. Твой огр ни хрена не попадает, перебил целый лагерь Бистмана. Ага. Он уже badly injured. Кирюх. Он скоро сдохнет. Не целый.
перебил бы целый, он бы выжил. Хэдди, насколько badly injured? Это уже это, типа близко к смерти? Это пол хп. Но пол хп. Это, в принципе, пол хп. Ну, видишь, он желтенький, там по цвету ориентируешься. И он кровоточит. О, сейчас стало меньше половины. Да. Тяжело дыша, он, ну, он прижимает одну из своих лап к груди. Прощай. Так, ты у нас сейчас считаешь, что в бою с этим? С тремя. Тремя. Блин, кстати, я Огру не добавил этого. Ну, сорян. Да. А, ладно, кинжальчик. Только развернется, сглотнет и попробует тебя достать. Ну что ж, сучка. Вон. Сорян, выбрал арбалет, я думаю. Сука. Сука. Дардил? Он мне сейчас... Давай, Дардил. Не, я просто напоминаю, что можешь этого взять. Да. И да, ты ловко отбиваешь его атаку, и у тебя 4 адвантажа становится. И твой ход. Значит так. А я могу... Любая атака по орку наносит ему кровотечение дополнительное. А я могу это самое... два раза атаковать? За нет. Два? Нет. Да? Нет. Могу? Ты только один раз можешь применять действие за адвантаж. Только один раз действие за адвантаж? Ну, ты не можешь... Одного типа? Да, одного типа, ты не можешь их повторять. Все хорошо, ну давай, я понял. Ульрик, на тебя уповаю. Ты убил моего брата! Блять. И тебя убью. 16! Хрясь! А, кстати, что у нас там дает у него там? Плюс 2, плюс 2 было блюды. А, так, на боди, на боди. Сейчас может тест. Да? То есть ты ему еще сильнее открыл рану. Я, знаешь, этот, как он называется, Атракс поворачивается к нему. И тебя убью. У него начинают плясать в глазах такие бешеные, кровавые. Ты уверен, что ты это хочешь заявлять? Ну, хорошо. Почему нет? Давай, давай Dark Whisper будет. Это не Dark Whisper. Нет, я к тому, то, что если завьяешь, я тебе спокойно могу вписать Corruption Test на Cool. Ну, слушай, я считаю, что это, блядь... Это же Атракс, он же... Ему на самом деле нравится убивать людей. Ну, ради бога, ты можешь Гурай все это описывать. Ладно, тогда мы тратим адвантаж, ёбнем старшенькому. Ну, давай. Сука! Давай. Я решил повеселиться. Да, заметно. Ах ты ж ублюдок. Ну ладно, давай. Ты все, понял, ты теряешь... Нет, ты теряешь все адвантаджи. Почему? Потому что это неудачная атака. Она снимает тебе все адвантаджи, да. И дает противнику один адвантадж. Сука. Да. Ну ладно. И ладно. Клинки скрещиваются. И противник легко отбивает твою атаку. Окей. Эдзард. Надо было все-таки... Между вами 4 ярда. Всего 4 ярда? Да. Эдзард, я почти... Эдзард, ну, великан, Эдзард, великан почти мертв, разворачивайся, мы разъебем их! Извини. 4 ярдов как раз достаточно, чтобы сделать чардж. Ну да. И это я и сделаю. Угу. Не забудь там ткнуть на чардж. Ага. Ух ты. Ух. Вот это хороший бросок. И противник со вскриком попробует уйти от твоей атаки. И ему это не особо удается, так что ты его подрезаешь, получаешь один адвантаж. И трачу заодно два адвантажа на еще одну атаку. Давай, рероль! Переброшу. О, это крит. Тоже неплохо. Он опять пробует. А почему минус 10 уклонения было? Это было странно. У него кинжал, потому что... Нет, на уклонение это не распространяется, в том-то и дело. Но он его убил. Да, ты его убил. Посылайте еще одну. Быстро осматриваю тело.
Ты сейчас мое тело, блядь, будешь рассматривать, давай. Ну что, у него... Не, просто быстро оглянеть. Ну, у него кожанка на груди, уже порезан не, того, не, и я дубинка. Я не пытаюсь его обыскать, я про то, что... А, может, он внешне по одежде хоть немного по комплекции похож на меня? Смогу ли я набросить его плащ, допустим, на себя, чтобы застать противника врасплох? Так как там идет бой, ну, в принципе, можешь попробовать, но это будет тест перформанса, которого у тебя нету. Хорошо. Это advanced, да? Нет. А просто харизма можно будет кинуть? У меня entertain есть. Ну, entertain у всех есть, да, но он тебе не вкачанный. Ну, если он не вкачанный, получается, я не смогу применять. Ну да. Ну ладно, тогда, наверное, Эдвард понимает, что он сейчас не на таком уровне. Ну и к тому же он понимает, что тут освещен на улице, так что... Ну так ему же главное просто издалека быть похожим, чтобы на него не обратили внимания. Ладно, он услышит зов Атрикса и пойдет за ним. Угу. Ну окей, значит на следующий ход вернешься на сцену. Так, и у нас никто не кидает. Ну что ж. Жив, а то бы ты ушел на зов не туда. И Кип, знаешь, немножко поводя лезвие меча, со словами скажет: тот день, когда вы оказались в нашей таверне, был самым хреновым днем в твоей жизни. Получай! Я такой это Атрекса. Нет, то был нормальный день. Вот это как-то не очень. Вот, кстати, именно это я и отвечу. Говорю, нет, тот день был нормальный, сегодня как-то не задалось. И легко отбиваешь его атаку. И вдруг... во всей этой кутерьме, да и бегущий назад Эдзард вдруг видит, как из какого переулка отсюда, сейчас, отсюда выйдет странно знакомая фигура и удивленно замрет там. Какого хуя делает, она тут ходит? А затем со смехом она крикнет: так вот вы чем, как развлекаетесь ночью. И в этот момент ходит Биг. С криками «Убью!», причем еще у него в горле колокочет кровь, с губ слетает кровь, но он бьет Атрекса. Ничего себе! По-моему, я мертв! Ну почему, у тебя два фейтпоинта есть. Ну таким для приличия. Мистер Би... Хотя он не поможет. Я не могу перекинуть 5 эсэлов. Я могу просто получить больше урона. Стой, извини, не 5 эсэлов. Он же еще в окружении. На плюс 20. Да. Плюс 30 же нет. А я сильно прошу прощения, Хэт, а что будет со мной, если я получу 20 урона? Ну... Ну, во-первых, ты получишь... Сейчас, куда тебе придется это у нас? По ноге. По ноге. Ну, во-первых, это будет не 20 урона, это будет 16 урона. Который у тебя вы. Ну, короче, у тебя будет минус 4 урона, это плюс 40 броску на крит ранее. Да. И, по-моему, ну, минус 30 от тафны. А я потом смогу пожечь фейк, когда узнаю результат. Отменить. Да, в принципе, сможешь, но просто немножко будет. Ну, защищайся, короче. Да, похоже, что это будет. Это будет больше, чем 20 урон. 10! 18. Это будет 18 урон. Это будет хряб. Это у нас 14. И... это минор-кат, на самом деле. Ты просто один блит... Кстати, да. За резолв ты сможешь смять блитинг. Угу. Да? Очень, за резолв можешь смять. Да. Кондишн можно смыть. То есть ну, ты получишь просто один блитинг, и все. Ну давай. То есть он мне как следует врезал по ноге. Так, он ударил меня по ноге дубиной так, чтобы не открылось кровотечение, блядь. Легкое. Че? Что там сучок на дубинке был? А? Сучка, сучком порвал. Да, и да. В этот момент... Огр умирает. Нет, Атракс видит, как Огр вдруг разъёвывает пасть и наклоняется к нему. Он делает байт за один адвантаж. Да, вот теперь он может попасть. А, это первый раз, когда он попал? Да.
Ну как сказать? Попадал он часто просто. Ой, там уже это. Да. Еще 17 дамага байтом? Да. Ну там не 17, там больше, потому что я опять забыл добавить. Чтобы стать мутантом. 19 дамага. Я хорошо смотрел на тренера, чтобы стать мутантом. Ну что, смотрим, что тебе выпадет? Давай. Сколько плюс 100? А, ну... Я умер? Ну, тебе просто напи... ну он тебе просто в руку... Ну, да... Выгрызется в горло. Давай первый удар просто отменим, блядь. Вот фейт потратим, чтобы первого удара просто не было. Тогда он и второго тоже не будет. Все. Окей. Отмотаем время. Ну да. Пиздец. Это так. Еще на дебл... Усачий огр, блядь. Времени. Это вон я... Огр кусачий? Пока этот... Ну, да. Пока, значит, Эдзард спал с девчонкой, я это... Так, но он не падает? Порвал кинжал. Пока что он не падает. Он кидает эндюранс, чтобы не отрубиться от кровотечения. Да, он еще в бою. Нихера себе. Сейчас... Какая крепкая хуёвина. Да. У него 50 на 50 шансы. О, блять. Чё? А он то, что подтюкнут. Сейчас 8... Ой. А он умирает. Он умер от кровотечения. Ну... Не без сознания. А, нет. Он умирает от кровотечения, только если без сознания. А, да? Это даже по Апантармс? Вроде да. А, ну... А в Пандармс не читал. Короче, я знаю или то, жив? Я знаю то, что, погоди, то, что он должен кидать эндюранс-тест в начале своего хода от кровотечения, либо пасть без сознания. А, нет, стоп, но он все еще имеет шанс... Погоди, он еще имеет шанс умереть при броске ДД, ну, D100 против Bleeding Condition. Нет, он умирает от кровотечения. Все. Промахнувшись... Вообще, в Пандармс написано, что давай. Персонажи мастера вообще достигают нуля, если у них нет таланта удачи. Умирают, когда достигают нуля, да. Ну, это да. Итак. Но ты знаешь, что персонажи мастера могут все-таки иметь и крипунды. Следующий. Так что Огр с хрипением вдруг валится на землю. Знаешь, Атракс смотрит на это с улыбкой и поворачивается к остальным. Минус музыка. 2, Огр за 2. Музыка так, знаешь, затихла вовремя. Ага. Но, похоже, один из них не впечатлен, поэтому он атакует Атракса. Ладно. У нас сегодня день карапт. Стой, что ты сейчас сделал, так что? Так у тебя хороший бросок же был. Нет, не было. Ну, ты перебросил его на крит, но до этого все равно был хороший. У тебя нет, до этого он выиграл. Сейчас, 2, нет. Он не выигрывал, да. У него было минус 3. Да? Потому что не дождался ему броска. Но в любом случае, ты ему сейчас крит начнешь. Ну да. Так что, ну, выбирай, либо как бы ты, мы отменяем у тебя... Че у меня там с этими? А, 5-6. А будет 6-6, что будет? Ну, мы ничего, если ты свыше наберешь, там уже будет. Все, отлично, оставляем. Окей. Оставляем крит. И ты ему наносишь крит. Ударяй по голове, два. Да. Что у меня там с этим самым? Один. Давай еще. Давай ему еще один. Хотя, окей. Мой ход? Угу. Ну давай в этому стрелочку. Стрелок выглядит как цель достойная. Ну да, тем более он сейчас ослеплен. Он слеповат сейчас, так что вообще отлично. Так, но все-таки что-то почувствовал, попробует от тебя увернуться. Но это ему ничего не даст, и ты его прикончишь. Ну и адвантаж, и вот. Давай. Чувак, копай мини-кип. Чувак по имени Кип. Зачем ты? Огр сам. И ваши мечи скрестятся, и он сделает пятикрит выше от меня с помощью брони. Да, буду. Это у нас куда? Это у нас правая нога. Right leg. Это у нас что? Это у нас армор, да. И там у тебя уничтожает армор.
оставляя, в общем-то, знаешь, длинную рваную полосу на твоих штанах. Ну, Атракс, знаешь, ему так сказать сквозь зубы. Ты зря сюда привел своего здорового огра и мелких подсосов. Здесь убиваю только я. На что Кип, знаешь, просто скалит зубы. И вы услышите голос такой громкий, спокойный. Мне вмешаться, госпожа. Но Родерико со смехом покачает головой и скажет: нет, нет, пускай мальчики сами разбираются со своими делами. И в этот момент нас возвращается на сцену Эзерт. Он немного охуевает от того, что пока его тут не было, Атракс в одиночку прибил Огра и еще одного. Думает о том, что вот то, как он бахвалился про сколько, 6-10 зверолюдов, которых он убил лично, это нифига не слухи. И решает хоть немного взять тоже славы. За окружение, грызу окружение, в спину убивает чувака! Окружение плюс 10 за каждое существо. Ну, то есть я сейчас плюс 10. Добавлять, да? Ну да. К сожалению, все считается только в Pathfinder. 41. Попробую быстро развернуться и отбить мечом. Но у него это не получается, так что он получает урон. А Эльтер получает на второй адвантаж. И еще одна атака. Угу. Ибо нефиг. Кстати, мне кажется, он бонус за чардж не учитывает. А его и нету. Первый раз был. Нет. Ну, чардж тебе дает просто плюс 1 SL. Ты не бьешь с плюс 10 и противнику. А, плюс 10 не дает, да? Нет. Ну ладно. И это у нас... Lost Footing. Про меня, это минорка. Ну, это минорка, да. То есть он еще жив, но... Да, он упал. Подбежал и натыкал в спину. И Кип со скриком подняться это у нас действие, попробует отмахнуться оружием от Атракса. Это у нас, по-моему, минус 10, минус 20 ему уже. А, нет, он не получает штрафов к атаке, но получает минус 20 ко всем действиям передвижения. Даже странно. Но фамбл это неплохо. Ну, фамбл это фамбл. Нет, просто атаки по нему идут с плюс 20. Да? Фамбл это фамбл, да, как ты сказал. Фамбл это фамбл, да. Че у него? Ну, у него минус 10 к следующему своему действию, которого, скорее всего, уже не будет. А у меня? Ну, Dark Deal. А ты не можешь передвигаться в свое следующее действие. Ага, понятно. Я говорю, можешь за Dark Deal за рерол, потому что он давай, не впадает. Давай за Dark Deal за рерол. Тебе в ногу просто. А, нет, слушай, я же тогда карабта получу больше, чем... Чему? Тебе 5 с 6 сейчас. 5 с 6? Да. Ну вот, сейчас получишь первые танцы. Блин, вот завидую. А будет 6 из 6, что будет? Я говорю, ничего, если ты сверх пула набираешь, тогда уже будет. Тебе же он сейчас не выдал сообщение, то, что бросить этот? Нет. Ну вот. Аккаунт тебе выдаст, ты это делаешь закрытую от меня. О, точнее, ото всех. Понял. Родерико пройдет сюда. Знаешь, остановится около крови. А, потому что тут нет такого состояния, как, типа, при смерти и так далее. Ну, просто... тогда можно я заявлю, что я делаю? Нет, потому что он еще не мертв. А. Да. Родерико пройдет сюда. Родерико далеко идти. Ну да. Не, знаешь, она становится около пятна крови, так... Задерет немножко юбку и с интересом посмотрит на кровь. Легонько, ну, потрогав ее носочком своей туфли. Атракс. Итак. Время убивать молодых. Да, у тебя получилось. Остановить? Нет.
Тип с криком. Но ты можешь меч? Что-нибудь крикнуть? Атраксу, что я вроде Оу. Он может быть полезен живым. Ну, ты убиваешь, но... Он тебе наносит все-таки крит вунду. Ой, еб твою мать. Это что? Ну, он тебе подрезает этот, как у шин, стопа. Голень. Ага, и... Ты падаешь, ты получаешь сломанную конечность, ты получаешь порванные мускулы. И отмени ты можешь просто жев, ну, если только сожжешь пейтпоинт. Либо ты просто не сможешь ходить с примерно 40 дней. Ну, мы же можем. А мы, блядь, там придется это самое. Оно быстрее не залечится. Да. А фейтпоинт сгорает навсегда. Фейтпоинт сгорает навсегда, Хэт. И что? Спроси Кирюху, у него эльф выходит с нулем фейтпоинтов. Но у него и рука сломанная. Ну, я попаду в... Это охуенная драка, чтобы попасть в больницу, чувак. Окей. Я убил огра. Я убил один 4 бандитов и огра. И последним ударом, когда ты мне по нему наносишь... Допустим... А я знаю, почему это произошло. Можно я расскажу тебе, ну? Как было? На самом деле Атракс смотрит на него с ненавистью. Этот ему, когда ему Эдзард кричит: «Оставь его, он может быть полезен живым!» Атракс смотрит на него, качает головой, наступает мужику на грудь и втыкает ему горло в шею. Меч в шею. Вот, и только после этого он понимает, что после того, как он ему на ногу, на грудь наступил, лежащий на полу кип воткнул ему в ногу нож. Да, ты его убил. Ну, не нож, да, он воткнул разрубил, этот какого. Он воткнул тебе меч свой. Ну да, в ногу. Да, в ногу. И боль пронзает Атракса, и он падает на землю. Ёбаное позёрство! Зачем? Зачем, блядь? Так, сколько у тебя топ нас бонус? Ага. Знаешь, в это время Макс мять, а чё вы, а где вы так это... Нет, они сейчас пойдут. Они... Нет, понимаешь, они сейчас пойдут к этому. К аптекарию, да? Да. А я же говорил. Аптекарий укол. Аптекарий такой, припарка. Кровопускание. Так, стоп, окей. Так, у нас получается, Corruption проходит минорный Атракс за то, что он позволил гневу своему. Это именно култест. Да. Не очень хочу. Ну, я прошел. Эдзард, да, видя, что Атракс... А что прошел-то? 21 против 20. Падает. После того, как ему ногу перевесили. А почему мне кажется, что так? У него минус, так... наверное, не прошел. Слушай, а ты не прошел. А почему так? Ничего не выскочило. Что именно, почему так? Почему минус 0? Потому что у тебя 21 из 20. Почему у меня 20 на кул всего? А почему у тебя на 20 кул? И впрямь. Сейчас, погоди. У тебя были там какие-то модификаторы? Может, из-за того, что ты стан. Стан. Да, из-за того, что он стан, а ты плюс 10 он прошел. Эдвард, видя падающего Атракса, подбегает его, ну, пытается как-то поймать, но не как женщину ловит. Там, на плечо, как братана. Под руки, под спину. Да. Так, это, такой... Андрюх, нет, видишь здесь? Спокойно. Погоди, Кирюх, дай скажу. Видишь в чатике Minor Infection? А, да. Так как у тебя критрана, кидай Minor Infection просто. Он, сейчас, нет, не нажимай. Endurance плюс 60, да. Я не поставился. 60. Я так думаю, я его не вылечу. Но он его прошел. Ну да, ты прошел его. А, прошел. У тебя опять станок накинулся. Ну, я думаю, повалявшись, ты вскоре придешь в себя от боли. Я с тебя стан просто сниму. А, сука. Но я не... Нет, там женщина. Стана. Да, его братан под руку арбалет. Подхватил арбалет. И на себе тащит. Подожди, там госпожа, нельзя падать при ней. Господи. Да, сейчас возьму его. И девушка вместе со своим сопровождатым, тем здоровяком, которого вы видели на барже, который как бы нес ее вещи, обезображенный, молчаливый, мрачно смотрящий на вас, они обойдут спокойно трупы и подойдут к вам. Родерика же со смехом опять скажет: «Так вот вы чем, как вы развлекаетесь вечером», и погрозит Эзарду пальцем словами: «Похоже, зря я тебя
отпустила, голубчик. Кстати, напоминаю, у Эзарда из плеча торчит стрела, болт. Ну, торчит и торчит, что будет? Нет, он не может вытащить его. Точнее, он не может залечить одну вунду. Подожди, откуда? Откуда? В тебя попали болтом. В тебя попал этот стрелок. А Шаткас не получает мутацию? Нет. Нифига себе. Почему не получил? Потому что он прошел тест. Так он... Он же накопил себе 6... сколько-то там корабка. Я говорю, овер. Если наберешь овер. А, то есть следующий корабль будет для него... Ну да. Не, он потом должен будет проходить еще кул-тест. Много Дарт Висперов. Если они будут. В общем, так, ладно, тогда. Давайте поменьше механики, побольше сюжета. Да, потому что у нас до 10. Да, госпожа... Мне надо было бежать. Мы, те, кто занимаемся непотребствами, должны держаться вместе. Атрекс бы без меня, наверное, не справился. Хотя он очень хороший воин. Нардарика, глядев в общем поле бойни, посмотрев на мертвого огра, причем еще даже без страха в глазах, со смехом кивнет и скажет: «Я это вижу! Я это вижу!» И, знаешь, посмотрит на Атракс немножко так задумчиво. Затем перейдет взгляд на Эздарда и, знаешь, так, делав пару шагов к нему, укажет на болт и скажет: «Но, похоже, раньше у вас этого не было». Это... Какой у нас город, подожди? Грюнбург. Это, госпожа, новая грюнбургская мода, экстравагантное украшение для молодых парней. Эдзард смотрит на свое плечо немного удивленно. И тоже начинает чувствовать, как ему болит. Ай. Пирсинг решил сделать. Я же говорю, ну... Дрика со смехом покачает головой, затем, ну, повернувшись к Тойфу, укажет на Атракса, скажет: «Тойф, дорогой, помоги ему нашему великому воину стоять». И тот молча подойдет к Атраксу. Знаешь, он возьмет его под плечо, и Атракс почувствует, как будто, знаешь, поднимает его как игрушку какую-то. При этом от Тойфа, знаешь, воняет потом и чем-то еще. От него не воняет мертвым огром. А затем Родерик обратит опять-таки свой взгляд на Эзарда, окинет его. И, знаешь, вдруг надует губы. И скажет: «Эдзард, дорогой мой, я смотрю, вы меня не любите?» И, знаешь, обиженно на него глядя. Эдзард перебирает в голове знания женской психологии, которые отсутствуют. И, нахмурив брови, говорит: «Простите, госпожа?» Она укажет на руку Эдзарда, скажет: «Кольцо! Мое кольцо, которое я тебе подарила, как знак благоволения дамы. У нас в Бретоне считается, что кавалер, получив подарок дамы, должен носить его на виду». Куда ты кольцо дел? Мне дарили кольцо? Да, она тебе подарила кольцо. Подожди. У тебя даже в инвентаре есть. У меня нет кольца. Есть. Нет. Трапник, зайди. Да, и в клоузинг. Почему он получает кольца и секс, а я только пиздюли? Просто надо вовремя уйти и потом вернуться. Ага. Простите, в нем было бы не очень удобно сражаться, но я обязательно его надену на левую руку. Подойдет? Девушка кивнет и, знаешь, ткнув пальчиком в Эздарда, значит, грозно, наигранно грозно скажет: «И чтоб впредь оно было у вас, у тебя на руке». Он кланяется там в пояс и говорит: «Непременно, госпожа». Девушка кивнет, глядит побоище, вздохнет. «И, похоже, нам лучше отсюда убираться. У вас есть какие-то... Ну, точнее, она интересуется, как далеко вы отсюда остановились? И тем более ваш друг, он весь в крови, возможно, ему нужен лекарь». Прощение, госпожа. Эдзард, не сочти... Не сочти? Забери у этого... Не сочти за оскорбление. Забери у этого хмыря вещи. Наверняка там есть что-нибудь ценное. Поможет оплатить услуги доктора, сука!
Но у этого хмыря есть 26 пени и болты. У этого хмыря. У этого. Я у всех хмырей все заберу. Ну, у этого особо. У этого особо ничего нету, у него только 3 шиллинга и 6 пени. Ничего себе, ничего почти нет. Сколько стоит арбалет? Сейчас, погоди. Это у нас 47 пени получается. А, арбалет, арбалет. Где все мои хилищи повышены? Ну, от 6 голды. До 8 крон, по-моему. Опять? 5 крон стоит. Неплохо, неплохо. Так, ну что ж, в принципе, у остальных ни денег, ничего нет. Но тем более вы слышите какие-то крики, доносящиеся с улиц. Ну, пора уходить. Улиц, да. Пора. Я тут знаю одного медика неподалеку. Не надо. Эдвард хочет... У огров же есть клыки, да? А. Да ухо просто отрежь. Ну, вообще, что-нибудь от огра... О! А у него какая обувь? Ну, здоровенная. Ты не имеешь права, ты его не убивал. Нет, в плане обувь у него есть, ладно. Ну, обувь у него есть. В общем, что-нибудь от огра, что символизирует победу над ним. Глаз. Ты его не побеждал. Большой палец. Большой палец. Не, большой палец — это не то. А вот глаз, вот это да. Потому что глаз никто не узнает, огр это или другой монстр. Большой палец. Ладно. Ну, глаз нужно хранить в банке с раствором, а палец так может висеть. Тем временем Тойф потихоньку начинает уводить отсюда Тракса, а Родерик, глядя на то, как Эдзард пытается что-то найти у огра, знаешь, подает сзади, к нему легонько положит пальцы на плечо, точнее, на плечи, как будто заглядывая. Откуда торчит болт? Эти, да. А вообще, нет, стоп, спереди у него торчит болт. Может, бежал ты к этому? Он положит пальцы на руку, из которой торчит болт. Ну, окей. Эдзард на это как-то отреагирует? И же будет мужчина и будет молчать. Нет, он вздрагивает не потому, что больно, а потому что он боится, что опять что-то неправильно делает. И так, замедляя действие, скажет: «Госпожа, я еще чем-то провинился». Она покачает головой и, тихо шепчая на ухо Эдзарду, скажет: «Я слышала, что если ты хочешь какой-то что-то у огра взять, возьми его сердце. И оно позволяет воинам становиться сильнее». Возьми его сердце! Возьми его душу! Знаешь, и Кими, пожалуйста, наверное... Ну да. Типа она у меня убеждает. Блин, это долго будет доставать сердце, как бы. Конечно. Хотя у него уже разрезано пузо, ты можешь подлезть. Не, слушай, у него же грудь как раз рассечена. Вот да, я говорю. Там рассечение на 8, там огроменная дыра. Ну, как бы да, кстати говоря. Андрюха прав. Да я это не каннибал. Это вы путаете с нордландцами. Они, да, дикари. А мне достаточно трофея. Ну, знаешь, ты чувствуешь, как Родерика становится недовольная. Она немножко сжимает руку на твоем раненом плече, посылает тебе еще одну боль. И со словами: «Ну ладно», просто отходит. Кровожадный тварь. Встаю в глаз, и куда-нибудь мы идем. Глаз в карман. Ну или там в сумку. Так, является ли это проявление какой-либо темной эмоции? Да нет. Ну почему? Это, в принципе, очень хорошо подходит к Хорну. Ты хочешь трофея, хочешь показать свое мастерство. Не, это тогда уже к слону. Ну, Слайнэш тоже про удовольствие. Мастерство, чем не мастерство. Вполне себе добрый Ульрик тоже про показывать мастерство. Ну, почему так много ульрикианцев становится хорнитами? Корни. Живут на севере, где холодно.
Опять становится хардитами, да? Реально, от злости на холод. Да. Ладно. Да. В принципе, я считаю, что я довольно-таки слабенько чувствую, так что ладно, кул-тест не будешь никаких кидать. Ладно, и вы убираетесь с улицы. Сейчас. Можно вопросик? Мне же... Я помню, что когда мы шли на баржу, то мне учитель дал, по-моему, 3 лечебных эликсира. Я тебе хочу, кстати, напомнить, что ты болеешь. А, да, и я еще болею. Но 3 лечебных эликсира, где они все? Так ты их раздал. Разве? Ты их, по-моему, один отдал Атраксу, ну, точнее, один отдал кому-то, и остальное оставил себе. Я у тебя ничего не менял в инвентаре. Ну, ладно. Странно. Ну что ж. Нет, не проходит день, проходит у нас. Сейчас. 12 ночи. Лэй спокойно спал в своей каморке, когда опять в дверь постучали. Я со вздохом. Этот город сходит с ума. Плетусь, там зажигаю свечку или еще что-то, плетусь вниз. Угу. Подхожу к двери. Ну да. Кого там нечисть носит? И слышишь заливистый женский смех с той стороны двери. А затем женский голос говорит: «О, благородный лекарь, о, воятель плоти и заживлятель ран! Эти двое молодых рыцарей сказали, что они знают вас!» Лэй, открывай! Герман, это мы свои! Я, типа, сначала не уверен при словах двух рыцарей их открывал, а когда услышал голоса, я такой уже уверен открыл дверь. И видишь, что они все в крови. Атракс при этом еще хромой. Его поддерживает какой-то здоровяк, который выше Атракса на, может быть, полторы головы. Я их видел. А, ну, в принципе, да. Я знаю, кто это. И ты видишь, что это Рик. Главное, больше нет ран от виде вот этих двоих, и поэтому я такой... заходите быстрее. Родерика посторонится, сделает жест рукой, и Лойф с Атраксом валится внутрь. Я думаю, за ним зайдет Эдзард, и потом уже Родерика. Девушка начинает с интересом оглядывать помещение. Эдзард точно пропустится, Родерика вперед. А, окей. Я такой, там типа стол какой-нибудь у меня свободный, я говорю, кладите его на стол. Ну, Лэй, быстро. Прикинь, я один убил Огра. Один. Я такой... Я вижу. Нет, не Огр, это хмырь, который был вместе с ним. Я такой... Откуда вы в городе нашли Огра? В этот момент с грохотом Тойф положит Атракса на этот, как его... Я почему тебе здесь есть... 8 вундов. У меня? Да. Было странно, что у тебя было почему-то 8 вундов откуда-то. У меня... Я не ранен. Смысле, меня ты... ранили? Нет, меня ранили, у него 8 вундов закрыть. Блин, точно. Мне кажется, то, что тебя закритовали вот. Ой, бля, ёб твою мать. Андрюх, если что, у тебя остался инкрит до смерти. Ничего так. То есть, за что? А, минор кат. А, но он, да, это, блин, один вунд наносит. Ой, минор кат, минор... Нет, стоп, минор кат не считается критом. Все, он убирается, так что у тебя один из трех. Ну что ж. Смерть разве не так, при превышении трех? Ну, при превышении. К лечению. Ну вот. Я, знаешь, я бегаю, собираю это, как... Все, что нужно для операции, потом бросаю взгляд на Эдзарда, смотрю на его болт в плече, знаешь, как... Потом. Достаю чипсы откуда-то там из шкафа. Добавляю к вещам, которые у меня уже с собой. Все это раскладываю на столе рядом с Атраксом. И вот, знаешь, слышится голос такой тону. Родерик топнет ногой. И, знаешь, так, недовольно опять глянув на Эдзарда, скажет: «Эдзард, почему ты не знакомишь меня со своим другом? В дом вошла дама. Как рыцарь, ты обязан познакомить нас». Лей,
Позволь представить тебе великолепную, достопочтенную Родерику. Девушка протянет руку. Это... Он Герман. Ну, он Лей, Герман Лей. Фамилия. А он по фамилии. Он по фамилии. Ваше сиятельство, это Герман, наш товарищ. Он меня из такой передряги недавно спас. Вы не поверите. Даже стража не поверила. Я, знаешь, он лучше всего деле. Стараюсь не глядеть в глаза Родерики, типа пытаюсь сделать вид, что я очень занят работой. Я такой. Ну, а протянет тебе руку для поцелуя. Я такой, извините, я сейчас занят. Пару минут, сейчас я только обработаю раны и. Девушка недовольно хмыкнет и со словами: «Ох, что эти имперцы не знают ничего вежливости», просто пойдет дальше рассмотрит твой ассортимент. Он, Эдзард, попытается договорить Германа, скажет: «Госпожа, он просто проявил вежливость, у него ведь грязные руки, он не мог бы взять вашу руку». Знаешь, она сделает такой жест рукой, то, что, мол, да-да-да, знаешь, схватит какую-то бутылочку небольшую, попернется к Эдзарду с улыбкой и поинтересуюсь, попробуешь? А там, Попалась, ладно, шитка. Сейчас скажу тебе, что она взяла. У меня еще минус 10 модификатор, потому что я болею. Бляха-мух. Ладно, приступаю к лечению. Эц. Ух ты, неплохо, в принципе. А. Что там за дерьмо? Я такой, лучше это не пить. Девушка удивленно посмотрит на Германа и спросит, почему это? Что в нем? И поболтает с содержимым. Лекарство от изжоги. Ну, она кивнет и поставит обратно. Так, да, окей, получается, ты ему делаешь два. Тест, да? Два SL. Два SL. Сколько у тебя интеллект? Ты ему лечишь 5 вундов, во-первых. И ты понимаешь то, что, ну, как бы, ты знаешь, как надо вправлять кости, тем более у него не такой уж сильный перелом, хотя он будет длиться 38 дней. Да, я, знаешь, я ему еще говорю, что какую-нибудь палку беру, там, ложку деревянную или еще что-нибудь. Я думаю, треть-кинька с рибами деревянной. На всякий случай, а то язык я прошивать не умею точно. Не смогу точно. Ну, я закушу. Вот, а я вправляю кости. Окей. И, в принципе, это успешно у тебя происходит. Хочет пока походить. Он хочет походить по комнате, посмотреть, вот у него есть хилинг-дрот. Есть ли тут где-нибудь похожие склянки? Ну, и, может быть, можно их незаметно одолжить, пока лекарь не смотрит. Я смотрю такой, Эдзард, много не ходи. Но у тебя нет то State of Canada. Поэтому, если так хочешь, он все равно занят. Ну да, ты можешь, конечно, это сделать против Dexterity versus Awareness Leia. Но я тебе сразу скажу, что у тебя мало шансов. А у него что будет штраф? Сам? Ну, то, что он устал, ему будет штраф. А, Вась, этот, кидай. Awareness. Точнее, Perception. Ля, мы крысу пригрели, а? Да он, так он бандит. Он же бригант. Я там управляю костью. Да, вообще. Ты этого не видишь, так что ты получаешь 2 хилинг дроута. Oh, yeah. Офигеть, вор. Да. Пиздец. Так, увидит ли это Родерика? Я еще в прошлый раз кольцо спер. Ну да. А, ну, кстати, рук у тебя нет, да? Родерик это увидит, но просто с улыбкой промолчит. Кстати, у нас одинаковое количество эсэлов. Кого? Так, ну я с Атраксом, наверное, ну, у меня и Родерики. Но у нее навык больше. Я такой, знаешь, потом беру щипцы такие, просто щелкаю. Эдзард, твоя очередь. Сядь на стул вот здесь вот. Ну, он вальяжно садится, всем видом не подавая, что это будет больно. И я, если знаешь, ему вдруг предложат, то что-то закусить. Да, я беру какой-нибудь нож, немножко так одежду разрезаю, чтобы рану не беспокоить. Ну вот, давай, хил-тест. Хил-тест.
Неплохо. 4. Ты хочешь отрубиться? Эдзард все-таки... Нет, он вздрагивает, когда одежду у него режут. А потом понимает, что это только одежда, и такой... Да, так, а за сноп? Я такой... Ага, а сноп? И с этими словами дергает стрелу. Болт. И сразу же прикладываю к ране какой-нибудь там бинт или еще что-то типа этого. Кстати, я забыл Эдзарду добавить болты. Блять, куда они добавились? А вот. Угу. Окей, ну, ты выдергиваешь у него болт. В принципе, обрабатываешь раны после этого. Ну, могу посоветовать вам только... Постельный режим? Постельный режим, но вряд ли вы меня послушаете. Что вообще случилось? Как вы огра нашли в городе? А ты помнишь тех милых людей, к которым мы ходили в гости давно? Я перебираю в памяти. На тех милых людей в переулке в Прубатском районе. А, я такой, знаешь, такой немножко бледный и такое выражение лица такое. Да, это были их друзья, это были их друзья. Угу. Надеюсь, последние друзья. А если, то... блядь, если они после такого появятся, еще я буду очень удивлен. Я удивлен буду, если вы еще переживете такую драку. Да ладно, тебе. Слушай, ты не видел, как я дрался. Как я дрался против троих. Я видел, ты, конечно, как ты дрался. Победил огра, и слухи об этом поползут, но если узнают, что у тебя сломана нога, скорее всего, тебя попытаются добить. Нам нужно что-то придумать, чтобы ты не хромал. Ну, я могу ездить на коске все оставшееся время. Только не зайдите они внутрь моей аптеки. Я... Что? У меня есть коска, да? Ну, кошка. Это сокращенно от козы? Коска. Нет, кошка — это моя лошадь. А, да, кстати, тебе... Пойдет. Нет, мы сделаем не так. Мы продадим арбалет. Я сниму себе номер в гостинице. Буду пить и сидеть там до тех пор, пока эта херня не заживет. Мне доктор прописал постельный режим. А Михаил? На это слово Родерика, немножко, скажем, с любопытством обернется к вам. А я, знаешь, я стараюсь не смотреть на Редерику. Я типа... Я до усрачки ее боюсь, в общем-то. Михаил сказал, что пошлет за нами, если будет. Если будет? Если будет, еще какое-то дело. А мне не слышно, что ли? Ну, было не слышно, да, ты пропал. Ну, прерываешься иногда. Да, я говорю, он сказал, что пошлет за нами, если будет надо. О, я говорю, я говорю о том, что если будет надо, а ты еще не научишься ходить. Я думаю, он по подвалу на своей лошади ездить. Я думаю, он и с одной ногой сможет за себя постоять. О, видишь, человек. Дело не в том, что сможет постоять, дело в слабости. Сейчас его боятся, а потом... Кто будет бояться хромого? Даже убийцу огра. Но я бы не распространялся на счет того, что вы убили целую толпу, скорее всего, где-то в подворотне. Они узнают. Их же послали за нами. Я, кстати, теперь попрошу. Я прошу переименовать. Это теперь не пистолет Ганса. А что это? Это теперь пистолет Атракса. А. Ну хорошо. Да. Чем я еще могу быть полезен?
Пока вы, кстати, разговариваете, Родерико смотрит на Лея, знаешь, таким внимательным, немигающим взглядом, от которого тому становится немножко не по себе. Очень не по себе. Ну да. Я это... Короче, в свинью и... Как у нас мы как наш трактир называется? Свинья и топор? Вот такой, да. По-моему, да. В общем, в свинью с топором. Пойдем. У тебя костыль есть какой-нибудь, Лей? Ну, все-таки это... Не, ну почему? Да, слушай, это апотекарий, да, так что должен быть. Должно быть? Ну да. То если должно быть, сколько стоит? Ты с раненого друга возьмешь, блядь, деньги за этот... Да. Слушай, это, если бы это было мое... Ну, 3 шиллинга. Ну, забирай 3 шиллинга. Ну, типа, плати, это я не себе деньги забираю, пойми. Вот, я это самое, беру костыль и иду с ним. Угу. А, ну, Родерико, в общем-то, протягивает руку Эзарду и, ну, интересуется у него, не проводит ли он даму домой. Ты встретишь Огра, если обратно, когда пойдешь один, беги. Без меня ты с ним не справишься. Ну, ты справился с ним без меня, а я тебя победил в дуэли. Чистой удачи. Возможно. Но... К тому же ты... У меня есть это. К тому же ты же знаешь... Вообще, оставшуюся ночь проведем более мирно, да? Как бы я... Отдохну, и вы как бы поправитесь быстрее. К тому же я не мог позволить себе проиграть перед перед взором этой прекрасной дамы, чтобы я за друг был. Да, друзьями нужно дорожить. Вот Лей знает. Они тебя потом... Хорошо, я тогда, если что, заступлюсь перед тобой за Михаила, чтобы он лишний раз не дергал по чепухе, а деньги давал. Ну, а получается, Тракс может ему передать амулет. Ну, медальончик для пропуска. Я дойду. Я говорю, не страшно. Ходить я пока еще могу. Ну, я и похромал. Ладно, прощайте, господа. Свинья и топор ждут меня. Ага. Похромал в свинью и топор. И арбалет отдай, мой сука, я тебя знаю. Он сразу отдает. И говорит... Это я, да. Не, это, не, я говорю, и дай арбалет, я попрошу трактирщика его продать. Ага. Я могу рассчитывать хотя бы на 1/3 стоимости? Все-таки я принял выстрел из него на себя. Да, после того, как я перенял первый. Ладно. Он пролетел мимо. Разберемся с деньгами. Что ж, я тебя хоть раз оставлял без денег, что ли, дружище? Ну, понимаешь, чтобы себе сделать имя, все-таки деньги нужны. Каждый шиллинг на счету. Иди, проводи даму домой. Да, дашь ему арбалет? Да, давай. Удачи тебе. Конечно. Проводи пьяную. Ага. Проводи слонишитку, ты домой. Ну, я передал ему. И делай с ней все, что хочешь. Странно. И я... У меня он остался. А ладно, все ок. Ну да. Нет, больше не остался. Потому что болты, конечно, не могу, ну ладно. И болты тоже нужны. Болты не отдаю. Да, нужны? Да. Ну, арбалет-то с болтами. Болты тоже денег стоят. На самом деле, кстати, у тебя вдруг перегруз. Ну ничего страшного, я, блядь, буду хромать еще медленнее. Нет, просто тебе два арбалета прилетело просто. Два арбалета в 2 раза лучше, чем один. Угу. Нет, появившийся. Так, Эдзард нас проводит даму? Да, конечно. Угу. Ну что ж. Они уходят. Я такой, до свидания. Был рад встрече. Девушка с улыбкой обернется на Клею и скажет, возможно, в будущем мы еще увидимся. Как судьба сложится.
И так, знаешь, пытаюсь улыбаться такой. Ага. Ну что ты боишься? Красивые женщины. Да-да. Я видел ее со стороны. Нет. Но ты не видел настолько близко, насколько видел Эдзард. У нее член. Почему ты ее боишься? Женщина, что? У Лея пятая точка. Он чуйка на такие вещи. А, так вот кто из вас слышит, да? Да. Так, Андрюх, ты у нас отваливаешься? В смысле отваливаюсь? А нет. Просто говоришь, что ты прощаете? Нет, я попрощался с этим. Ага. Ну что ж, ладно. Перенесемся тогда на утро. Не, знаешь, я типа, когда дверь закрывается, я такой... Типа, закрываю дверь, оглядываюсь. Весь пол крови, стол весь в крови. Я такой... Опять всю ночь не спать. Угу. Убираться буду. Блять, я тебе заплатить забыл, чувак. За кто? За лечение. Ну, за лечение-то это пофигу. А вот за уборку. Ты типа заплатил за костыли, все нормально, все. Окей. Ну что ж, утро. Давайте перенесемся к нему и к Росу. Можно я на вечернюю заявку одну Давай. Сделаю? Ну, я попрошу трактирщика продать арбалет. Угу. И дам ему, скажу, что если цена будет хорошая, я дам ему шиллинг. И скажу, что если цена будет хорошая, то я дам ему еще. А, у тебя Evil-8 нету, да? Нету. Evil-8? Да. Evil-8. Ну, значит, трактирщик будет торговаться. Ага. Окей. Короче говоря, когда он возвращается, он тебе приносит... Блядь, сколько у нас... А, 20, да? Он тебе приносит 2 кроны и 6 шиллингов. Не могу сказать, что это хорошая цена, конечно. Да, потому что он не прокинул его Evil-8. Вот. Ну ладно. Ну, черт возьми, это 2 кроны. Да, это 2 кроны. Сколько я буду здесь жить? Сколько мне денег надо, чтобы здесь жить, пока нога заживает? Как тебе Лей сказал, чтобы тебе срослись кости, тебе надо 40 дней. 38 дней. То есть 38 шиллингов. Зато не умер. Ну, у меня есть 38 шиллингов. Ты можешь кросса попроситься пожить. Ты можешь кросса попроситься пожить. Если все пойдет плохо, то и города не будет. По сути дела, ты можешь сейчас с помощью этого арбалета купить себе 38 дней. Да, да, я говорю, это 38 дней охуенной жизни. Что этому оставишь, товарищи? Ну, я дам ему 10. Скажу, то есть 48 с тебя списывает, да? Ну, да. А что, мы мотаем с собой после этого крыса? Нет, не месяц. А что это я крыс-то? Договорились на треть цены, ты даешь какую-то 10. Это подожди секунду. Это 5-я часть. Крона это 20-я часть. Да, 20 я тебе отдал 5-ю часть цены. Так, отговорились на треть. Да, договаривались на треть. Но если я тебя... Почему ты с меня списал 51 шиллинг вместо... 30, 40 вернее. У меня 51 был. У тебя был 48 минус 51. Чего? 38 дней тебе валяться. А, 38. Ну да. Я не смогу себе оплатить лечение, понимаешь? Это как бы... В смысле оплатить лечение? Тебе надо просто подожди, пока... Я этому говорю. А. Что я отдал тебе и так больше, чем заработал сам. Вот. Я заработал... Я потратил деньги на свое... Потрачу деньги на свое лечение, восстановление. Я тебе так отдал больше, чем заработал сам. Я с этого арбалета получил 0. Кстати, проходит ночь, и Эдзард нихер, если Севундов восстанавливает. Конечно, с двумя зельями лечения. И женщиной, да? Он просто думает о том... Кстати, чем кончилось... Чем кончилось про это перемещение дамы? Ну, как обычно. Чем часть перемещения дамы? Ага. Эдзард увидел, пришлось еще потрудиться. Эдзард потом еще перемещал даму. Да. У Эдзарда еще был инкаунтер боевой.
Он же и так на пороге смерти. Вообще-то нет. Ее возбуждают дополнительные дырки в мужиках, я помню. Да я же говорю, она сейчас ланшитка. Так, ладно. Утро. Пробивает, в принципе, шестой колокол. Ну, просто, конечно, этого не слышит в своем подземном логовище. Но зато он вдруг начинает слышать, как кто-то начинает ему долбить в дверь кулаком. Громко и настойчиво. Так, а что у меня было последней ночи? Ну, ты спал. В плане, в предыдущем дне. В предыдущем дне вы, по-моему, заканчивали этот, как его, изучение, ну, ритуала. Точно. Кстати, да, так как у тебя нет extended теста, значит, вы это завершили даже. А мой посох я тоже собрал, получается? Нет, посох ты себе не собрал. Тебе на это время не было. Ну да. Ну, я встану. Рос, вернее, встанет. Накинет свою робу. Возьмет посох, потопает двери. Угу. Приоткроет ее. И там увидит Бертрама, мага, с которым ты встретился. И лицо Бертрама Росту явно не понравилось, потому что он явно чем-то насторожен. Маг, увидев Роса, кивнет, скажет: «Хорошо, парень, ты здесь, надо спешить. Ты чувствуешь, как в воздухе носятся силы Шаиша? Они собираются в этом городе. И чем скорее мы перенаправим путь камня, тем этому городу будет лучше». По-моему, я скверно очищал, нет? Я не помню, я говорю то, что главное, что у вас этот. Extended теста уже нет. Ну, короче, мы скверно вроде чались ко мне, а не этот. Ну ладно, неважно. А мой Вичхантер-то об этом знает, напомню. Я говорил ему. По-моему, ты ему не говорил. Про мага я ему мог не говорить, но про то, что я очищаю камень, это он точно. А, ну это да, это он знает. Блин, я забыл, какой голос был у Росова, не помню. Обычный. Ладно. Да. Он не Теспа. Он не Гурок. Да, сейчас, одну минуту. Он, знаешь, приоткроет дверь, спуская мага, и пойдет, заберется вещи. Да, тот быстро зайдет, причем еще видно, что он одет как раз-таки для похода, то есть в руке у него тоже свой посох. На поясе небольшая такая котомка, по чертам похожая, в общем-то, на книгу внутри. И когда Рос соберется, он видит, что Бертрам стоит в центре гостиной и смотрит куда-то наверх, то есть в корни мертвого дерева. Я посмотрю тоже. И там, в общем-то, у тебя же есть Second Sight? Я не помню. Конечно. Я его в прошлый лет купил. Да, ты убрал. Вы увидите, как корни дерева начнут мягко светиться фиолетовым светом. На что Бертрам нахмурится, покачает головой и скажет: «Это плохой знак, Рос. Нам надо спешить». Кивнул. Я закончу собирать свои вещи, княженство и это. Резво шевеля ногами и посохом, направлю вслед за магом. И, кстати говоря, я кое-что вспомнил. Я не вспомнил, поэтому напомню. Но у нас же сейчас город считается этим corruption местом. А, да. Подожди, нет. Кул тест! Все, кроме Роса. А чё я-то? Ну, ты же в городе находишься. Ну, я в доме сидел. Ты чё знаешь, откинул? Нет, кул. Это ментальное, да. Ага. О, а вот кто-то у нас мутирует, да? С днём мутации. Стой, Андрюх, ты не нажал резист. Приехали. Надо нажать резист и выбрать именно кул. Андрюха нажал. Нет, он просто кинул его. Вот теперь он нажал. Блин, а я так надеюсь, что это будет день мутации. Че, я не мутировал? Ну ты хочешь, мы можем заменить, да. Можно я за парчуну перекину? Можешь. Давай он мутирует, мастер. Это как-то уж очень... Не очень. О, вот, вот так нормально. Да, получается, что один коррапшена. Почему коррапшена? Потому что это Мадарей. Да. Короче, я не мутировал. Нас Эдзард не кидал. Блин, ну так нечестно. Кирюха. Кирюха не туда. Отошел. Кинь за него. Вот бы сюрприз для него, когда у него после ночи с бабой что-нибудь отрастет.
А нет. Не. Не нормально. Так, ну что, Андрюх? Ну, давайте так, то что какой его тест принимаем? Второй или же первый? Я, мне смешно, я хочу первый, что он принял. Что Васька скажет? Ты мне как-то пофиг. А что значит первый или второй, пардон? Я... Он на первом половил тесте, когда просто култест ральнул вместо того, чтобы резист нажать. А второй, когда на резист нажал, он успешный был. А что-то, что-то? Ну, я даже не знаю, но так-то давать по справедливости второй раз. Решающий голос за Андрюхой. А ты, Андрюх, что скажешь? А что за Андрюхой-то? Не, просто за по факту, ну, ты как бы, да, ты не помнишь, что надо нажимать на кнопочку и там уже выбирать, чтобы тебе да, автоматом все считалось. Да. То есть по не, факту... Не, ну, ты хочешь, не хочешь? Не ну... хочу я мутировать. Не, просто ладно, смотри, нет. Тебе в любом случае там еще надо кидать эндюранс-тест, и с помощью него ты можешь не мутировать. Но у меня ж не понизится. Понизится. Corruption. Он тебя сбросится на твой willpower. У меня сбросится. Но я мутировать могу. Да. Тут же физические мутации. И психические. Психические. Это как повезет. Это не по той большой книге мастер будет кидаться? Или по на самом деле по той, потому что я нашел нормальную переработку для четверки. Yes! Давай, Андрюх, там помнишь, что с тобой тысячу этих тысяч с лишним кидали? Там же сплошные плохие мутации. Ну там такие прикольные мутации. Там нормальные мутации, я скажу так. Плохие. Ну короче. Давай, Кирилл, что ты скажешь? Ну что, первый тест он кинул провальный. Мутировать или нет? У меня первый тест проваленный, второй успешный. Да, потому что Андрюха не нажал кнопку кинуть от кулы. Так, а что сказать-то? Ну, сказать? Какой тест признаем? Первый или второй? Первый он проиграл, второй он выиграл. Да. Второй он, первый сделал не по правилам, второй он сделал по правилам. Дюйт. Дюйт, Кирилл. Первый. Окей, первый. Ну ладно. Так, там у тебя было... Я пишу, мастер, что происходит. В смысле, что происходит? Подожди, сначала эндюранс надо кинуть. Ну да. В закрытую. И то она проявится на самом. Нет, я к тому, то, что это, она не проявится сразу, да. Блин, вот ты мне сказал, что у нас теперь расширенная таблица мутаций. Я бы сам тогда побежал в Corruption купаться. Ну и чё? Ну вот ты не знаешь. Что кидает-то? Я все уже откидал, не волнуйся. Да? Да. Кстати, по количеству бросков он кидает уже. Ногу размотаешь и поймешь, была мутация или нет. Так. Ты два раза какой-то занес. Это что у нас? Ага. А у тебя списались? Да, у тебя списались. Так что, списались? Ну, у тебя восстановился твой этот пулпоинт. У тебя теперь 6 из 6 всего. А это как-то ощущается? Что произошло с Атраксом? Нет, он этого не знает. Он не знает. Он не знает даже. Что значит 6 из 6? А, блядь, я говорю про твой пул Corruption'а. У меня же 0 из 6 должен быть. Нет, он падает на Willpower бонус. То есть я могу дальше мутировать начать. Да. Он у нас не волевой человек. Ну да, Атракс не самый волевой. Да. Почему? Ну потому что он, блядь... Не поверите. А, он бьет, потому что. Да. Он не поверите, но Эдзард волевой. Да. Ты что, колдун? Потому что ты ведьма. Ты знаешь, все знают, что этот ведьма на самом деле. Итак, ну что ж, ладно. Когда Бертрам и Росс выходят на улицу, вы видите, как все небо затянуто стальными тяжелыми облаками. Знаешь, как будто вот только-только сейчас польется дождь, но у Росса на душе как-то становится, знаешь, неуютно. Он чувствует приближающуюся беду. Но ты чувствуешь мощь, да. Ты чувствуешь, как вокруг вас разливается ветер Шаиша. Ветер смерти, при этом, как бы, знаешь, трава вокруг твоего дома, она уже вся умерла, она вся пожухла. Дай таблетку от головы. Да, пей таблетку от головы. Ну, я пойду с магом, куда мы идем. Бертрам на это укажет, на мертвую траву. И пока вы идете, он также поведает, что сегодня с утра все люди, в общем-то, очень нервничают в городе. И здесь сейчас усиленные наряды стражей. Говорят... С утра в храме Зигмара нашли тела мертвые. Все служки и все жрецы, которые были там, умерли. Интересно, одно из тел не решило уйти? К
канализацию. Это другой мир. Ага. Как на это Рос реагирует? Ну, Рос, наверное, сейчас более... Он, конечно, он шокирован этим, но он больше обеспокоен тем, что сейчас прямо над ним нависает так много шиищи и коррупшн. Угу. Поэтому он посмотрит сначала с недоверием, потом качает головой и говорит, нам надо спешить. Ветром кивнет. И вы, донки, быстро доберетесь до ворот. Причем еще стража тут видно удвоенная. Но, знаешь, по ним видно то, что они все стоят нервничают. У всех бледные лица, и даже тот поток людей, который обычно идет с утра и, ну, как в город и из города, его нету. Там просто, значит, пусто. И вас спокойно пропускают, так что где-то еще час ходьбы, и вы вскоре выходите на полянку с камнем. Бертрам тут же, ну, подходя к ней, достанет из своего, ну, поясного сумки книгу, перетянутую фиолетовой обложкой, ой, господи, кожей. Откроет ее, быстро пробежится пальцем по, ну, по строкам, захлопнет и уберет обратно. И скажет, итак, Рос, ты готов? Ну, Рос лишь кивнет, он начинает доставать из своей сумочки ингредиенты. Угу. Наверное, какие-то ритуальные вещи, которые нашел своего, ну, да, учителя. Бертрама укажет на камень, скажет, встань там. Так как ты ученик и многого еще не знаешь о магии, вести ритуал буду я. Ты же мне будешь помогать. Тебе ясно, парень? Ну, Рос даже, знаешь, он не достает ответа, он просто кивнет легко. Угу. Он продолжает торопливо все раскладывать. Явно нервничая. Угу. Ну, Бертрам кивнет удовлетворенно. И, знаешь, на пару мгновений закрыв глаза, подготовится. Затем поставит посох перед собой. И начнет читать заклинание. Вначале его голос начинает тихо стелиться над полянкой. Причем еще, как только он начинает говорить, Рос чувствует, да и видит, как ветер магии, который закручен здесь воронкой, он начинает дрожать. И, знаешь, как будто по нему волны начинают идти. То есть воронка немного ломается. Ну, и чем... Я... Ну, ты как помогаешь, ты исполняешь его инструкцию, как он указывает, да, на какой-либо из талисманов. И чем дальше читается заклинание, тем, в общем-то, сильнее начинает дрожать воронка. Рос даже видит, ну, если, конечно, ты решишь отвлечься от такого ритуала. Нет. Ну ладно, ты не видишь, как воронка расползающаяся над... Это каком? Короче говоря, над лесом. Она начинает качаться, и ветер, который шел в сторону Грюнбурга, замирает. Он начинает ползать от стен, и тем временем голос мага возносится чуть не до крика. Он начинает как будто бы эхом отражаться по всему, по всей полянке. Сам Бертрам раскинет руки, он начинает слабо светиться ветром шаиша. И, мельком глянув на него, Рос увидит, как на губах мага смерти начинает играть легкая улыбка. А затем в голос начнут вплетаться что-то странное. И Рос через мгновение поймет, что ритуал резко изменился. И в этот момент он вдруг увидит, как, знаешь, весь ветер шаиша, который был здесь, он начнет как будто темнеть и собираться вокруг Бертрама. А затем тот произнесет последние слова, ударит посохом по земле и вдруг рассмеется. Когда откроет... Да, когда откроет глаза, его взгляд будет буквально сиять ветром шаиша. И в этот же момент сломается воронка и просто-напросто, знаешь, как будто волной устремится к городу. Бертрам рассмеется и скажет «Да! Да! Ты видишь это Рос?» Ты видишь эту силу? Силу магии, силу ветра, подвластную нам с тобой. Что ты наделал, глупец? Он пожал плечами и скажет, то, что собирался сделать, то, что запрещают нам эти старые маразматики из Академии Вальдорфе. Они говорят, что мы не можем управлять силой магии. То, что мы должны ее направлять, но это не так. Посмотри на это! Он укажет на себя, на то, как его перелив... Ну, вокруг него, значит, ощущается просто сила шаиша. Я управляю им. Я управляю этой силой... Господи.
управляю этим ветром. Он подчиняется мне. И твой учитель был неправ, Рос. Знаешь, мы с ним провели короткую беседу. Вот здесь. Он укажет на камень. Я даже загружу. Там где кости были? Ну, мне пришлось немножко изменить вот это место. Так что вот этого камня... А, ты этого не видишь. Никто. Да, сейчас уберу лайтинг. Вот этого камня здесь нет, потому что он случайно туда добавился. А я не мог понять, что он что-то не так делает и прервать ритуал? Нет, потому что ты ему просто помогал. Он под конец я только знал. Изменил. Ну, а ты сам... Так я же сам уготовил, по идее. Ну, в плане. Я знаю, что я готовил. Ну, ладно. Нет, как бы он, знаешь, до заключительной части... он, часть. Да, то, что он именно до заключительной части вел, ну, ритуал нормально. Где-то ну, заключительная часть прошла очень быстро, так что не было возможности отреагировать. Mm-mm. Ну, хорошо, я принимаю. А помощь уже не нужна. А что вы хотели мне показать? Он покажет куда-то около камня, и там, знаешь, буреет слегка такая... Ну, трава более, скажем так, окрасилась кровью. Он скажет, но твой учитель... Блин, у хера собака на улице орёт. Но, кстати, не слышим её. Я это понимаю, зато я слушаю, она отвлекает. Но твой учитель не внял моим словам. И нам пришлось с ним... И мне пришлось с ним... немного разобраться. Знаешь, он с легкой улыбкой, знаешь, как будто извиняясь, посмотрит на Росса и скажет: ты убил его? Боюсь, что да. Его... Он отправился в царство Мора. Но, знаешь, он такой посмотрит на свои переливающиеся руки. Если бы эта сила была бы со мной в то время, его душа была бы моей. Ну, я думаю, зачем? Ты мальчик умный, Росс. Ты же ведь не будешь таким глупцом, как твой учитель. Он вытянет руку в сторону Росса, ладонью вверх, как будто ему что-то предлагая. Пойдем со мной, Росс. Я покажу тебе границы магии и то, что находится за ней. Я покажу тебе то, как мы можем повелевать самой жизнью и смертью. При этом его слова, ну, после этого бросает наши короткие заклинания и слышится шуршание. Встают скелеты. Некромант! Енот, некромант. Я покажу тебе истинную власть над жизнью и смертью, Рос. А город? А город, считай, уже обречен. Я сделал свое дело, которое... мне поручили, и теперь меня здесь ничто не держит. А что скажешь, Макс, юный Макс Смерти? Я так понимаю, он сосал себя еще и кучу магии этой. Ну да. Шаиши, да. У меня против него вообще шансов нет теперь. Ну, не знаю, тут, в принципе, очень много как бы энергии Шаиши. Ну, да, как бы, но более опытный маг, он сосал кучу магии и поднял мертвяков еще. Ну да. Просто ударил его посохом. Понял, как мне он такой жуточный. Мы видели, как магистры это тени просто пинали ногами по мостовой. Блин, ну пацаны. Ну, в принципе, смотри, это будет считаться так, что ты получишь бесплатно новую карьеру. Карьеру некроманта. Я умру. У тебя сколько фейтов? Ты еще можешь оттуда бежать, сверкая пятками. Либо ты можешь, да, как бы убежать. Начинаю бежать, мне сразу шарик смерти в спину врезается и вся. Ну, как знать, как знать. Можешь прервать, как бы, ты же тоже маг. Мы далеко? От города? Да. А, час бега. Ну, час ходьбы. Ну, убирайся в камень, чтобы лей-линию разрушить нахрен. А, да, что-то все уже... к чертям рвануло. Да-да-да. Знаешь, атомный взрыв. Да нет, Рос не тупой. Не будет драком, он такой. И встает на... Склоняет голову, короче. У меня нет шанса против тебя. Бертон пожал плечами. Твои силы.
Бертон, я пожар... клянусь верности вашему учению. Да? Так, нет, говорю, Бертон, говорю, пожмет плечами и скажет: мне нет резона тебя убивать, маленький маг. Если хочешь спасти город, валяй. Я получил все, что хотел. Просто, знаешь, он усмехнется. Я так довольно проделан работы, что, может быть, одну душу бы я все-таки спас. Он про меня имеет в виду? Ну да. А про кого же еще? Ну, знаешь, Рост тогда такой посмотрит на него. Потом развернется и побежит спасать город. Знаешь, он посмотрит на него и в этот момент раздаст выстрел. Бах! У него появится дырка в голове. У него появится эпичная дырка в голове. Ну, там попадает в ногу. Все испортил. Ну, мог же кинуть с минус 20, чтобы в голову попасть. Это ж да, это чтобы эпично. Да, чтобы, знаешь, типа так, раз смотрит, дыр, у меня такая дырка в голове. Не, знаешь, он выстрел. Или он наверняка до этого целился. К выстрелу, знаешь, вы слышите выстрел, и Рос видит, как обвисшая энергия Бертрама, чем побившую энергию ветрам, просто летает пуля, знаешь, исчезает там, рассыпаясь пылью. А маг к смерти, некромант, начинает смеяться, потому что вард 5+. Офигеть. Ну, Рос как бы не это. Ну да, и вот слышится голос. Рос, мальчик мой! Плохих друзей ты себе заводишь! И сюда направляется... А чтобы отряд, спасти город, мастер, мне что надо будет? В город бежать? Или тут снова Лейлини трогать? Видимо, опять-таки снова Лейлини трогать. А, ну. Трогать линию Лея. Ты должен взять твои черепы и положить их на осадки камня тогда. Лейлини установить. Да, блин. Где же взять эти три черепа? Блять. Что это музыка? Так, ну что ж, раздался выстрел. И ты слышишь крик Герхарда Шольца. Он стоит на окраине полянки с дымящимся пистолетом. И с кривой ухмылкой смотрит на мага смерти. Я забыл, ты кто у нас. И в этот момент рядом с ним выныривает его подручный... А, стоп, Хоббит. Сорян, хоббита тут нет, да. И ход мага смерти. Я, кстати, несколько удивлен, что он еще и нас с собой не подхватил. В смысле? Он все время это, если что-то случается, он за нами идет. А? Нет, видишь, он направился за Росом. И маг смерти, нас, смеясь. Кстати. Знаешь, раскинет руки, и Рос увидит, как вокруг него начинает клубиться энергия. Она втягивается в него. Контрспелл. Ты ему контрспелл только... Контрспелл на спарринг. Да, на спарринге. А, ладно. И Бертрам со смехом крикнет: «Вы, жалкие ледишки, поздно сюда пришли! Я получил то, что хотел!» И, вытянув в сторону Герхарда посох, он выкрикнет заклинание. Это у нас квиккаст и... И крайне с тому оверченнелинга. Я же плюс 7, что он получает за посох. Знаешь, мастер, что ты дал даже... Вы жалкие людишки, я уже получил власть, которая не снилась моему отцу. Мастер, да, ты знаешь, ты дал мне закол, который не помогает против нежити, которая здесь, а только против призраков? Ну, я знаю, потому что я думал, ты будешь... Не, стой, разве просто только против призраков, да? Там написано... Creatures with boss, undead и eternal, типа. Мертвый и призрачный. Мертвый? Даже не проходит тест. Может, раздельно эти... Нет, боф. Ты можешь просто сказать, что... Боф. Да, тем более называется это, типа, вы окружаете дух Аишем. То есть кашу ты не взял, да? Нет. Можно сказать, что это действие на недов, что это просто другой закон. Ну, можно бы сказать. Давай, ты будешь отменять его заклинание? Конечно. Ну, это тест Language Magic.
Как это сделать? Ну, через скиллы. А штраф, бонусы? Никаких. Все по нулям. Нет, у тебя этого не получается сделать. И ты видишь, как с посоха... Рероль! Ну, кстати, да, ты можешь реролинг. Ладно. Тут 4 SL нужно прокинуть. О, вот это уже да. Хорошо. И направит улетающий в сторону Герхарда... Этот какого? Сгусток энергии. Он просто-напросто, знаешь, ну, как будто бы исчезает, разбиваясь обо что-то в воздухе. Бертрам недовольно... Бертрам недовольно скосит взгляд на Росса. И в этот момент Клаус, знаешь, покачав головой, бросится молча. И спринт. Ну да, он в любом случае там добегает. Росс, можешь бежать. А я так и сделал. Так, напомню, как у нас отбой происходит? Движение и действие? Или ну, у тебя есть два действия, одно движение, другое экшен. Если ты хочешь бежать, ты тратишь вместе обоих. Если я хочу просто отойти и что-то сделать? Это просто движение на 8 ярдов максимум. Так. Проходит мимо Эзерт. Я думаю, нулевые. И Рост начинает что-то шептать. Если ты будешь ченнелить, смотри, в SL записываешь 6. Ого. Да. Серьезно? Да, серьезно. Я же говорю то, что тут энергии до хрена. И он не будет дураком. А, да, за посох там что-то еще было. Ну, за посох там минус 1 к этому идет, к ченнелинг поинту. И так, смотри, ну, как... А, стой. Opposing Kyferin. А, ты просто так решил скастовать все заклинания? Так, в смысле, а как еще? Ну, ты можешь вначале ченнелить, либо просто его кастовать. Нет, это каст. Это уже именно каст идет. Да. А, ну... Ну, в любом случае, это успешно. У тебя есть 5 оверкастов. Я думаю, которые ты вложишь в duration. То есть на 8... А я могу на цели другие накинуть? Нет. Это Aetheric Armor, он только на тебя кидается. Так, I apply with Lore of Death. Это что-нибудь дает? Нет, потому что это иначе... Можешь усталость наложить на да, себя. На себя. Да, а, да. Фатиг. Так, ну, что да, можешь описать, так что можешь описать, как вокруг тебя сгущается энергия, усиляя ну, да, тебя. Росс поднимает посох, выкрикивает. Даже, знаешь, наверное, раньше, когда он кастовал, Вичхантер видел, как он сначала что-то собирал с мыслями, собирал энергию. На этот раз Рос просто вызымает посох, кричит два отдельных слова и... Короче, как будто бы с туч спускается черный фиолетовый ветер и окружает Росса, и вокруг него образуя такую прослойку защиты. Угу. Броню как будто бы эфирную. И в этот момент Бертон кричит: «Убейте! Убейте их всех!» И к Россу бросается скелет. Поскрипывая сочленение, причем, знаешь, сочленение у него как будто светится. И у него в руках... так, что у него в руках? У него... Рос ваншот, этот Рос, пипец. Нет, у него в руках копье. Нет, он тебя чаржить не будет, он тебя просто атакует. Нечестно, копье это... окей, это крит. Можно? Отменять это атаки, это дорогостоящим? Ну, это ты жжешь фейтпоинты. Так, фейт, и что у нас там еще есть? Удача, форт. Да, фортюн это реролы. Фейт это именно... У нас я пытаюсь заблокировать. Ну, давай. Так, мне это нужно сделать как? Через комбат, через Staff of Petrified и Boot. Тем более, у тебя он дает плюс 1 по MSL за то, что у тебя defensive оружие. Да. Так, а что добавлять, выбирать? Нет, все оставляешь пустым. О, хорош! Да, но в тебя все-таки приходит крит. Ой. Но он тебе просто немножко ухо ранит. Ну как немножко? На блидинг. Ну, это блидинг один, господи. Жаль, что я не могу высасывать. А, стоп, могу. Да, ты можешь.
Но из живых они как бы все мертвые. И смотри, ты можешь за резолв отменить блидинг. Да нет, не буду тратить на один. Блидинг, резолв. Сейчас для меня вообще... Нет, резолв это легко восполнимый. А, резолв ты легко восполнимый, давай. Я, погоди, тут скелет сейчас чернит этого. Зачем? А, блин, почему я не убивал оружие? Ну, там на Клауса скелет прыгает. Но тот, похоже... Стой, у тебя... Блядь, у него только дубинка, серьезно? Как охрененно, не помню своих персонажей, а? Ладно, он успешно парирует его. Так, ты у нас отменяешь блидинг за резолв. Окей. И ты у нас не устаешь, но все-таки ты немножко сейчас оглох. И другой скелет бросится как раз-таки Герхарду, но, видимо, не особо добежит. На что Рутгер, здоровяк, похожий чем-то на огра, скажет: выйди вперед. И взмахнет дубиной. Тоже дубина? Да. Ну, вообще они создавались просто, чтобы побить кого-либо. Так, за счет чего? Так, стоп, а почему он... все, я вспомнил, почему он считает щит таким. Окей. Он попробует защититься щитом, но у него это не получится, и он получит урон тела. Да, внезапно из скелета брызнет кровь. Герхард, цокая языком, пройдет тест на перезарядку пистолета. Да. И в спину Росу, да? Зачем? В голову. Да-да-да, зачем в спину? И отступит сюда. Полезность. Бертрам рычажа. Окей, он скинет руки к небу. И Росс опять увидит, как вокруг него начнет собираться энергия. А он в тот же ход кастует? Так, 5 channeling поинтов. Ну, написано... Channel failed. Да. А, в смысле? А вот так. Channel... Что 66 кидает, он но не он не фейл, потому что он еще получает от SL-ов. То есть это не фейл, но ты тест. Ну... А затем направят... А почему ты этих слухов не услышал, товарищи, хрустящих ветками сзади на заднем фоне? Потому что это была неожиданность. Ну ладно. А, у тебя слух? Блин, я ее забыл просто еще. А пусть. Просто если бы я знал, я бы заранее втащил. А. Кому? Вичхантеру? Конечно. Такой. Огненный шар. Я тебе не враг, не соперник. Но вот ему. Да-да-да, тара-да-тара. И он, да, он не проходит. Опять начинается всякая херота, да? Угу. Ух. А что это нет? О, команда Apple. О, помянем кого-то в 10 минут. Давай Гортон замечен. Блин. Давай, Гор, давай прямо по этому, как его. Кому-нибудь покрой этому злою. А Эдварду, да? Да, да, да. Какое отличное утро, говорит. Опять эти маги. Класс с усмешкой. Скажет, а там... хреновый ты из тебя маг. Да. А где хреновый боец? Мы друг друга стоим. Ну да. Бертрам легко защитится от его атаки. Может, он не говорит в ответ? Нет. Он еще он посмотрит на него презрительно. Рос. Кастовать вблизи ничего на меня, они это не сделают. Ничего.
Че, но... раз у нас такие бонусы к СЛ, может, нет, у тебя бонус к СЛ к этому, к ченнелингу. А. А оверчаннелинг, например, на мою вот это вот изгнание нежити, что делать? Ну, а хрен его знает, по-моему, на него там нету. Сейчас, а, скорее всего, ты он увеличит, да, количество, duration и дальность. Количество смысла целей, да? Ну да. Ой, это полезно, кстати. Я так понимаю, мой болт ничего не сделает нежити. Ему он наносит урон. Почему? Ну он же нежить, он наносит урон, некромантик. Ну и что? Так они сами не забыли. Ну как бы энергию все равно урон наносит. Это не магия некромантии, это магия смерти. Они не мертвые. Поэтому все работает. Ну, блин. Сцен 10, я его, конечно, постараюсь, конечно, сделать. Нет, а ты смотри, по новым правилам ты просто собираешь энергию. Как? То есть ты просто, ну, ты выбираешь заклинание, ты нажимаешь ченнелинг. Игру дописываешь. Да, ченнелинг. То есть ты дописываешь в SL-ах шестерочку за ветра здесь. И выпавший результат у тебя он покажет по всем заклинаниям. То есть, допустим, если ты... мне в любом случае ченнелить, короче. Да, тебе в любом случае ченнелить, и ты сможешь выбрать, как бы, какой заклинание ты потом кастуешь. Что ж ты будешь делать? Ну, у тебя 4 ченнелинг-поинта есть. Ну, получай своим болтом. И смотри, когда будешь его кастовать, внизу будет кнопочка Quick Casting, ее нажимаешь. Потому что ты в этот же ход кастуешь. Это штраф тебе дает? Штраф... Это ухудшает мискаст. Да, как у Бертрама случилось. А вопрос. На каст у меня никаких бонусов нет? Success, SSL. Сейчас, на что у тебя от этого было? Напишет success бонус 1. Не знаю чего. Сейчас, погоди. Advantage, наверное. Плюс один так, это куда? А, ну это ченнелинг, да. Ой, а у меня минус 20 модифайер за то, что это хиринг. Ну да, ты у нас не слышишь сейчас. А как мне прослушаться? Ну, ты можешь потратить резолв. Нет, если не тратить. Сейчас. А в конце каждого своего раунда он с тебя снимается. А, ну тогда я еще почаннелю. Но ты не можешь подчинить еще. Почему? Ну просто это как бы ты одно действие можешь собирать только. Короче, в раунд, смотри, здесь по пановским правилам идет так, то что в раунд ты за экшен действие можешь ченнелинг сделать, и потом за действие мува, то есть ты не двигаешься, ты можешь сделать квиккаст. Но два раза как бы за мув ты не можешь... Так, а я могу сейчас отступить и не получить полбу? Нет, потому что для этого нужно опять-таки действие. Если ты энергию растратишь. Да, ты энергию растратишь тоже. А я там, по-моему, с подбросовки, конечно, будет скромить. Ну, это да, минус 20 кула. Да ладно, мне... Ну, как бы отступить ты можешь, получишь как бы атаку от противника. Это лучше, чем стоять перед ним и что-то делать. Тем более, пока я глухой. Поэтому я отступаю. Под посохом пытаюсь отбить копье. Окей. Он все равно не бежит до тебя. Ну да, но он может выбрать не меня, а Вичханта. А, он промахивается по тебе. Бжик-бжик-бжик. Скелетик больше не мужик. Ну да, и скелетик бросится на ближайшую цель, на Вичхантера. Хе-хе-хе, подставил. Такой был план. Импрессив пойдет. Да. Так, Герхард, к вам приближается, достанет свой мейс, возьмет его в оффхенд. Нифига, он качок. Попробует отбить атаку. Ну да, и отведет ее. Жизнь, он опасный. Да. Ну, Вич-хантер как-никак. И перед ним скелет, не Вич. И что? Это не мешает ему хантить. Тем временем он идет бой. Не просто хантер. И вы слышите первый вскрик. Клауса ранили. Только ранили? Ничего страшного. Да. Ничего страшного, заживет, да? Ну да. А если умрет, то сейчас подниму. Ой. Ага. Оговорочка. Так. Главное прикарманить книжечку этого волшебника.
отбивается и, соответственно, атакует противника, тратя все свои модификаты, все адвантажи на плюс 10. Посильнее ударить противника, да? Ух. Тот, конечно, попробует защититься щитом. Но этому не особо поможет, поэтому хреб и... О, ему так мало прилетает в голову. Ну так он же этот... Скелет с щитом. Ну просто так там, потому что там брать... А, потому что у него хреново действует дубинка, потому что она undamaging. Зачем ты ему такой дал? Я вот тоже сейчас думаю, что надо было нормальные вещи давать. Скажи, что там мейс, а не дубинка. А, да, подожди, култес минус 20. Да. Так, это куда писать? Modifier? Да, modifier. А. Но, убер... Ну, как бы ты... А, не да, я просто сложность повышу. Да. Не, смотри, погоди, погоди. У тебя он там, скорее всего, хиринг будет еще накладывать, нет? А, не будет. Да, кидай. А почему ты накладывает? Не, у меня, когда я нажимаю на кулу, тебя он не накладывает. Короче, бросай, там посмотрим, кем он будет. Посмотри. Посмотри, какие так, там, сколько там. У тебя кул? А, тебе на одну не хватает. Ты можешь потратить Fortune Point? Нет. У меня здесь 4... Плюс 1 SL. Ну да. Зачем он? Ну ты сейчас просто минор мискаст словишь. Я ж просто рассеиваю. А, ну да. Да, ты просто рассеиваешь. Это я ж не кастую ничего. Все это теперь убирать. Простите. Ладно. Ну что ж, Герхард, буквально прижимая пистолет к голове зомби, точнее этого скелета, нажмет на выстрел. Бабах. Тот может защититься. Он попробует отвести его от пистолета, и он не отводит. Вот до него. И хреб. Ни хрена себе скелет живучий. Блин. Слушай, у него 18 урона влетело. И он не умер. Так а 18 урона это вообще мало. Так, Герхард потратит 2 свои адвантажа и... Знаешь, следующий удар придется мейсом. Придется воздух, ты имел в виду. Видимо, да. Ну да. Бертрам что-то матерясь на каком языке знает? На боевом языке. Так, стоп. А Бертрам у нас тогда словил... Блин, мискаст. Блин, он должен был кул кидать, ладно. Скинем сейчас. Нет, а мы же ему кинули этот мискаст. Поэтому... Ну, пофиг. Я поубираю просто. Ты сначала улетел куда-то в сторону города. Да, в сторону Эдзарда. И Жатраксы. Смотришь, какой там болт. Ну сейчас обойдись, пацаны. Болт смерти заряженный на плюс 7 или сколько-то было. Ладно, он попробует отступить, и в этот момент Клаус рванет за ним и нанесет удар. Но промахнется, так что Бертрам от него отступит. Словами... низкие людишки, как вы можете мне мешать? Нет, но он же маг, тем более он некромант. Он лох, а не некромант. Так, а сколько у меня там дальности моего болта? 40 ярдов. И Рос увидит, как вокруг Бертрама начнет собираться ветер магии, причем еще... к Шаишу вдруг начнет приплетаться что-то темное. А Клаус с криком то, что «Куда?» будет, хочет только рыпнуться за Бертрамом, но скорее замахнется, и Клаус придется переключаться на него. Он с криком то, что «А ну отвали!» махнет дубинкой. И ничего не произошло. Ну, по сути дела, да. Ничего не произошло, потому что его дубинка бесполезно скользнет по щиту противника. Помог.
Но он теряет просто-напросто свой экшен. Рост. Заряжаем. Они готовят пушку. Зачем? СЛ-6? Да. Почему это relating to hearing в channeling-то? Он не должен быть relating to hearing. Потому что ты себя не слышишь. Так channel не требует разговаривать, это только приказчик. Но он тебе просто мешает. В любом случае, я думаю, мне этого хватит. Блять, ты не нажал на это, что ли, на заклинание? Чего? А, да, блин, да. Ты нажал. Ну, это 11, получается, channeling поинтов. И я, наверное, скастую болт. Давай, там у тебя получится 11. Так, у тебя получится 7 оверкастов. Можно поставить на увеличение шанса с кастом? Нет. А, погоди, стой, у тебя же есть тринкеты. Ты их покупал, и у тебя есть даже для болта. Да, сейчас. У меня, во-первых, есть это как его, это ингредиенты, еще я сейчас сломаю камень свободным действием и получу плюс 3 на каст. Или это на чанринг? Это не свободное действие, сломать камень. Хотя, нет, стоп, да, это свободное действие, ты просто вытягиваешь туда энергию. Где он называется у меня? Камень силы Шейш. Он Каспел, да. Плюс 3 КСЛ. Да. Ну, да, смотри, ты нажимаешь на каст, выбираешь Quick Casting, в оверченнелинге пишешь 7, и в SL бонус получается 3. Так. Будь бы не промазан. О, да! Сдохни! 0-4, это у нас 8, но он, конечно, попробует твое заклинание развеять. Да нечестно! Да, не получится. А, у него не получится? Да, не получится. Лошара. Так, но это у нас не считается таким противостоящим тестом. Так, для меня его смерть и сам дамаг. Ты, значит, ну, нажимай на кнопочку. Так, а что мне надо нажимать? Просто нажимать на... Damage? На Plow Lord of Death? Нет. Damage, если хочешь урон повысить. Так, а Plow Lord of Death нужно нажимать? Нет. Почему? Потому что, я говорю, ты тратишь сейчас оверкасты. И... Да, наверное, две таргеты. И какой второй таргет? Вот этот товарищ рядом. С ближним бойчиком. Нет? А, тот. Окей, и из твоих... Вообще, ладно, опиши, как это выглядит. Ну, во-первых, ты мне скажи, почему я не могу применить Lord of Death, если я хочу наложить истощение на вот того чувака? Ну, ты на нее наложишь. Не волнуйся. А, ну автоматом, пассивкой? Да. А, ну вот, короче, Рос, наверное, маг рядом с ним, в смысле, Эйч Кантер видел, что происходит. Пока он отбивался и бил скелета, Рос начал собирать энергию. Тот поток, который до этого был, ну как бы, знаешь, струйкой с неба, втекающий в Роса, теперь на этот раз просто собирается отовсюду, из-под земли, трава жухнет, дерево, там, наверное, уже даже трещат ветки, когда они умирают. Дерево, наверное, даже немножко корежится. И Рос просто переполняется фиолетовой энергией, просто даже его почти не видно, его глаза светятся темно-фиолетовым цветом, не ярко-фиолетовым, не саранашитским. Темно-фиолетовым цветом. И он просто указывает посохом, ну, вперед куда-то относительно нас, Личхантера. И произносит два слова на магическом языке. И с его посоха срываются две стрелы и... Дальше и одна ударяет скелета. Тому становится довольно-таки хреновенько. Он undead, он у нас может быть уставшим. Это ты не скажи. Life, fire, food, water, destroyed must, most common, some blah-blah-blah, spells, miracles, blah-blah-blah. И погоди, у него еще вард есть. Че это? Ну, если он не уклоняется, то до получения урона он кидает D10.
У него вард срабатывает на 5 плюс, и да, он у него не срабатывает. Ваншот? Он же мах киленький, да? Как знать, как знать. 14 дамага. Эпичная битва закончилась одним заклинанием. Я думаю, Кирилл, ты можешь рассказать, как у нас эпичная битва с демоном закончилась одним выстрелом. Да? Не, демоном-то ладно. Я помню, как с крысюком, серым провидцем. Я тут хотел спросить, мне минут через 5 надо будет идти, у нас после этой битвы что-то будет? Да, я думаю, нет. Итоги, я думаю. Ну, итоги будут, да, то, что и еще Тейлстон на Corruption. Из-за того, что ливанул на город. А, да. Так, это у нас 14 в голову. Что у него в голове? Мозг. 3, ты ему наносишь 11 урона. Бертрам хреново, он кричит от боли. И ты видишь, как его лицо начинает как будто бы жухнуть. Так, на этом твой ход заканчивается. И так как у нас скелеты магические существа... Нахер его знает. На самом деле там ничего не написано про это. Есть какой-то тест, который отражает мою переполненность мощью и восхищение силой? И, может, но быть... если ты хочешь подрочить на все это, то я тебе просто дам кул-тест на Minor Corruption за Динча. Давай. Ну, это после уже. А. Ну, скелет, видимо... Кстати, а почему с тебя этот не снялся? Оглушение. Блин, я так хотел его ваншотнуть. Да нет, скелет, подожди, у тебя ближайшая цель другая. Ну ладно. Скелет говорит, ну ладно. Так он повернулся ко мне, повернулся к другому. Так, ну... Герка попробует уже увернуться от него. Но не получится, и его немножко заденут. А что с скелетом, который был рядом с лысиком? Ну, ему хреновенько стало. Я тебе скажу так, то, что 14 уронами ты пока что никого не убил. Ты просто их почти очень сильно убил. Почти очень сильно. Ну да, ты их почти убил. А, стоп, он получает один, да. Хочу мажорный каст, чтобы открылся критический мажорный каст, и появились демоны, и всех сожрали. Ну, так они сожрут и тебя. Есть один... Да. Один мискаст, который уводит тебя в варп. Ага. Зато весело. Тебе может рассказать... как раз таки Васька, какой у него был веселый мискаст. Трум буквально помог. Ну, пожирал там телегу. Карета на воздух взлетела вместе с парой людьми. А если бы она не взлетела бы на воздух, башка бы этого Себастьяна лопнула бы. Да. О, толстячка коцнули. Два раненых толстячка? Ага. Кстати, скелет не такой уж и мощный, оказывается. Да, андамаджинг это, конечно, да. Ну, андамаджинг это андамаджинг, да. Так, получается, Биартрам у нас теряет. Да. Не, ну можно свое оправдание сказать, что они с этими думинками шли, чтобы поймать вот этого мага, если что-то случится, и не убивать его. Ну, это да. Просто побить его. Какой смысл не убивать? Герка с криком попробует атаковать скелета, но... Тот, да, спокойно защитится. Бертрам с ненавистью посмотрит на Росса и выкрикнет: «Ты все равно не спасешь этот город, мальчик! И своего учителя!» И убежит. А, так он убежит насколько? Так он еще спринтует. А мне пофиг, я... Ему не убежать на меня, понимаешь? У меня оверкаст дает дальность больше 40. Минус 2. Это у нас получается еще на 14. Ладно, может, до такого я не дострелю. Вот и все. Но я попытаюсь. Клаус, мы теряя сквозь зубы, скажет: «Чертовы скелет, упади уже!» Но скелет явно упасть не захочет. А, нет, видимо, захочет. У него приходится... Блять. Его под этой битки, а тебе он типа поролоном. Это тямбок, не понимаешь.
Ну, раз, чё, раз, раз. Я мемчик скинул ВКонтакте, очень подходит. Окей. Знаешь, они бьют их дубинками, слышат, как писка. Да-да-да. Молоточки деревянные. А сколько за оверкаст расстояние увеличивается? По-моему, на X расстояние, да, вдвое. То есть каждый оверкаст дает на X2? Ну да. Ну, не каждый, там для следующего, что ли, 10 нужно. Да, мне один оверкаст нужен. А, ну им только один оверкаст, да. Раса переполняет мощь. Узри меня в туша. И это 62. Ну, один оверчаннел у меня сойдет. Да, у тебя один оверчаннелинг есть. И кастуем. Да, не забудьте поставить квик кастинг. Я думаю, с такого расстояния он уже не будет пытаться его. А он может только на расстоянии, по-моему, вилпауэр бонуса. О, да, вилпауэра. Он не сможет. Ну, отлично. Попал. 4, и у тебя 2 оверкаста. Расстояние и... Урон. Это а что, урон? Нет, он не может, он только... А, стоп. В смысле, типа, одно поднятие рейнджа стоит один оверкаст? Да. Да. Ну, первое, да. Вот, рейндж можно только один раз поднять. Ну, несколько раз его можно поднять, а, по-моему, выше намного. Не-не-не, он нажал кнопку рейндж, а на 7 кист. Я знаю, потому что на следующий там, по-моему, то ли 3 нужно будет оверкаста, то ли вообще 5. А, ну вот. Какая вторая цель? А, ну, скелет, который мешает этому. Клаусу? Да. Окей. Только он сможет его догнать сейчас нормально. Знаешь, наверное, такой луч, который по дуге проходит через скелет и Бертрамы. Ну, давай, описывай, как все это выглядит. А я попал, нет? А, ну ладно. Вот ты попал. Ну, на этот раз мощность, которая была в предыдущем этом, видимо, уже истощила ближайшие эти немножко. Поэтому это выглядит не так эпично, но все еще... тонкие струйки этого света со всех сторон собираются сначала в груди где-то у Роса, а потом перетекают прям по рукам, видно, на посох. А, из посоха вновь срываются две молнии, ну, два шара фиолетовых, которые летят с ужасающей тишиной вперед и ударяют скелетов в тело. Где у нас тело? 5. А, ну скелет хватает. А я думал, будет как в особо опасен. Знаешь, так закрутишь магический болт, который по дуге пройдет. Этого ты убиваешь, и, соответственно, вард. Ага. И, собственно, да, болт влетает. Ну, сейчас игра была очень классная, мне кажется. Притем, ну, посмотрим, да, посмотрим. И, в общем-то, ты видишь, как твой болт просто-напросто разбивается, а энергия собрана Бертрамом. Так что его спасает вард. Беги, лысый, беги! Ну, по сути дела, как бы он убегает. Ну. И когда он убегает, скелеты начинают пошатываться, а затем просто-напросто разваливаются на куски. Мы за ним не говорил, урон нужно кидать. А вот этот мужик не побежит? Ну, как бы, знаешь, он далеко убежал, и... Это опасный некроман. Тяжело раненый опасный некроман. Но ветер, в общем-то, магии продолжает здесь бушевать. И когда скелеты рассыпаются, Герхард обернется к Росу. Знаешь, смерит его взглядом. И выстрелит ему в него. Нет, а затем кивнет. Он скажет, молодец, парень. Город. Мне нужно спасти город, не слушая его, говорит Рос, и бежит ко мне. Угу. Так догоните его. Так, сейчас. Ну, это я вот этому лысому кручу. Тот бросит взгляд на Роса, затем на своего босса. Тот кивнет, и Клаус побежит дальше. Пройди мне резист минорки от кулы. Или же даже скажи, насколько ты упиваешься, потому что если ты не особо упиваешься этой силой... Это не то, чтобы ему, так сказать, удовольствие. Ему особо нравится, но это как бы это обычная реакция как бы у мага. Так что это не особо. Ну окей, кул-тест минорки. Да, ты не получишь коррупшена. Не так сильно упился. И Рос начинает собирать раскинутые, видимо, ветром шиш во все стороны ингредиенты и пытается восстановить ритуал.
так как он нужен. Кидай мне тест мэджика. Лора. Лора? Угу. А может быть Magic Language? Нет. Occurrence тебе одно и то же. А, да? А, да. Сорок восемь. Да. И Рос припоминает слова, произносит их, опять-таки, в правильном порядке. И он чувствует, как вокруг него начинает заворачиваться энергия. И чем больше Рос произносит, ну, выкрикивает слов в небо, тем сильнее начинает опять дрожать воронка, которую растревожил Бертрам. А затем, знаешь, как будто вот камни протягивается линия куда-то в сторону. А медитацию дозять не будет, прежде чем я успешно закончу ритуал? Когда я всю эту мощь соберу? Ну, блин. Ну, ты сам сказал то, что ты собираешься... Нет-нет, я сделаю. Просто когда я собираешь мощь, можно было голос Синчи какой-нибудь? Ну, нет. Ладно. Ты еще пока не настолько карапнутый, чтобы тебе такое предлагать. Не, я, конечно, могу тебе предложить Dark Whisper'ом что-либо, да, но... нет, мне интересно. Я, вот, ну давай, да, заканчивай. Ты должен страдать. Ну, возьми эту мощь себе. Да. В общем-то, от камня Лейлинии, знаешь, энергия уйдет в него, а затем он росвит по земле, устремится куда-то на юго-восток. Явно возвращаясь обратно на свой ручей. Рос обессиленно упадет на колени. И при этом он, знаешь, почувствует, как будто на него кто-то смотрит. А Рос уже нет сил на это. Угу. Он перенервничал. Знаешь, опирается на посох, как старый дед. Ну, рядом, ну, к нему подойдет Герхард, убирая оружие. И поинтересуется. Ты все сделал, мальчик? Да. Лейлиния восстановлена. Герхард кивнет. Хорошо. Осталось найти твоего учителя. Боюсь, что его не надо искать зовут. И Рост устало, знаешь, дрожащей рукой. Он даже голос его стал более шепчущим. Укажет на багровое пятно его возле начала камня. Знаешь, и хоть тут энергия еще бы не вся ушла, блин, надо было раньше сказать. Он увидит стоящий странный смутный силуэт на этим багровым камешком. Он ощутит с ним родство, потому что он прожил с этим силуэтом только большую часть своей жизни. И он почувствует, как этот силуэт, знаешь, как будто, ну, он слегка кивнет Росу, а затем явно отправится в сады Мора. И через какое-то время вернется Клаус, запыхавшийся. Он пробежит обратно, знаешь, и уперев руки в колени, покачает головой. Герхард хмыкнет и произнесет. Но мы еще до него доберемся. До этого некроманта. Хорошо, мальчик. И сегодня, похоже, сделал великое дело. Герга хлопнет Росса по плечу. И немножко даже потреплет. При этом, знаешь, впервые улыбаясь добро, а не запугивающе. Но какой ценой? Ценой всей. Да-да-да. Ладно, парень, с меня выпивка в таверне. Идем, надо вернуться в город. Нам еще осталось узнать, кто же в нем на улице продает варпыль. Знаешь, Рос встает, и как уже его поза, ну, камера отдвигается, его поза похожа на позу его учителя, когда он тяжело опирается на посох. Mm-hmm. Его руки, наверное, бледные необычайно после такого воздействия Шииша. Вот, и он сам, в принципе, выглядит немного состарившимся. И он устало побредет вслед за охотником. Окей. И когда вы вернетесь в город, Рос вдруг ощутит... Ну, вы увидите, во-первых, как стальные напухшие облака, очень тучи над Грюнбургом, начнут потихоньку расходиться. И на вас упадет теплый весеннее солнышко. Может быть, даже слегка согревая после того холода, который царил на поляне.
Ну что ж, в принципе, как бы да, на этом можно и завершить нашу сегодняшнюю сессию. Скажем так, вам осталось совсем немножко до конца пролога. Спасибо. Пролога. Поэтому... Пролога. Ну да. Поэтому давайте распределим экспу, собственно. Блин, я хотел мага убить, но вот сколько там не хватило урона, мастер? 1, 2, 3. А, ему, у него 3 моды осталось. Блин, не, на 3 моды нужно было. Ну, ты бы убивал бы его, если бы не вард. Так, за завершенность сессию. Кирюха у нас ушел, так что он получит сам. Какие у меня там благословенцы? А у вас их... Почему-то у вас их нету, я уж посмотрел. Говорю, это всем? Это всем, да. Получается 490. Где бы еще их потратить? Ну, скоро уже. Скоро будет закончено все. Пора бы купить вторую школу, раз уж втерся в доверие Вичхантера. Это у нас с ракет за бой с Огром и победу. Да. Вот всего лишь-то сколько. Андрюх, забирай. Андрюх, ты с нами? С нами, с нами. Это, в принципе, забой, так что это Андрюха и Кирилл забирают. Руни, да. Это у нас за отыгрыш Васьки. Ну ладно. Это, знаешь, утешительный приз. Да-да-да, как самым полезным. А вот это у нас... Росу. Започинено. Да, започинен, ну, собственно, започиненный ритуал. За проведенное за противостояние Бертраму. Если бы я убил, вот бы хорошо было. Я бы книжечку забрал, научился бы некромантии. Так, у нас Кирюха говорил, то, что у него победить в неравной схватке. Да, согласен. Он выполнил свой шорт-терм. А у меня какие-то... А, ну у меня шорт-терм был найти учителя. Или лонг-терм найти учителя. Один из термов, короче, был учитель. Технически ты выполнил. А, ну да, это шорт-терм был найти учителя, лонг-терм был научиться, ну или хотя бы приблизиться к изучению второй школы. Ну, я тебе скажу так, то что тебе придется все равно вставать на путь хаоса. Ну, если ты это возможно. Хочешь сделать. Так, ну окей, раз ты выполнил свой шорт-терм, ты узнал, что у тебя произошло с учителем, получай еще 50 экспы. Какой у меня был шорт-терм? У тебя насчет коски там что-то. А, найти коски тренера. Блять, я занимаюсь тем, чем-то не тем, блядь. Да? Огров пищу, блядь, баб вожу везде. А у меня... Что-то с зельями связано. Офигеть, у меня 370 экспы. Угу. Хэт, нам нужен перерыв, хэт. Ну, окей. Давайте, так как у вас ближайшие 2 дня был свободные, вы можете тратить экспы. Можно месяц? Нет. Но у меня персонаж, блядь, вылечится, Хэт, ну серьезно. Это Вархаммер, твой персонаж получил, вот и все. Ну будешь на коне своем ездить всегда просто. На кошка. На коське. Это лошадь, лошадь. Будешь хромать. С костылем, да просто... я буду ходить с костылем. Вот ну, именно, да, и размахивать тебя таким нагайкой. Да нет, тебе пистолет просто нужно взять, и все, тебе никакие ноги не нужны будет. Нет, до следующего, скажем так, будет 2 дня. И следующий у нас будет завершение как раз-таки пролога. Напомни, мастер, изучение другой школы. Ну, так это дорого. Это дорого, потому что у тебя ты не можешь взять талант еще раз. Нет, там как-то можно. Лор химии брать не брать. Брать не брать. Ну, во-первых, ты... У меня 410 экспы, блядь. Да. Охренеть, больше, чем у меня. На, ну, в принципе, ты в предыдущих катках вообще... У меня 285. Смотри, Валь, у тебя получается то, что, во-первых, в нынешней карьере у тебя нету никаких этих, как у заклинаний. О, господи, блядь, школ. В следующей карьере ты получишь только... Именно получишь Arcane Magic Death. И больше у тебя других никаких нету. То есть в этой карьере... Arcane Magic что? Arcane Magic Death. То есть именно Аркана Магии Смерти. Вот ты им и принадлежишь. Поэтому говорю то, что если ты хочешь получить лайфы, тебе придется переходить в другую карьеру мага, то есть мага жизни.
Для этого тебе надо искать учителя и уламывать его, чтобы он тебя, блядь, научил. И при этом еще платить 100 экспы за то, чтобы туда перейти. Хрен я его уломаю, я маг смерти. Ну, значит, ты никак не получишь талант. Нет, мне просто нужно книгу найти. Ну, либо найти книгу. Тоже получится. Ну, дайте просто бесплатно талант дам. Серьезно? Ну да. Просто убью какого-нибудь мага жизни. Скажу, что он был еретиком. Ну и будешь несколько лет изучать эту сраную книгу. Ой. Да. Потому что все так просто. Ну нет, типа, конечно, нет. Так что, господа, как говорят, что вы можете прокачаться. Это, что мне там можно прокачать это самое за... Ой, книгу правил надо искать. Таланты. А зачем книгу правил, если в чарнике написано? Хэт. Что? Ну, ты захочешь таланты у меня есть. Комбо Тавер, Крак Де Вип и Лайтинг Рефлекс. А что Лайтинг Рефлексы дают? Плюс 5 к агилити. А Комбо Тавер? Ты кидаешь нулевой персепшн тест, чтобы получать, игнорировать сюрприз. Так, а Крак Де Вип? Так, сейчас запись остановлю тогда.